бомж. А мне убрать из кадра, дай его. Сейчас будет как-то. Нет. А Денис Косяков отыгрывает трансгендерную женщину. Да, я сюда убежал. Отродье! А что происходит? Так называется. Хана. Нифига они там забили. Не, ну дом. Да Денис! Денис! Нет! Выбрасывай его из машины! Пошел вон! Ты умер! Можешь идти на такси уже, все. Да, мы даем. Почему рис, вода, адреналин дает? Я вот это у него губы. Ну потому что. Фига, рис! Вода! Да! Привет! Это Семен Пыхтеев и Board Games Video. Мы рассказываем про настольные игры. Но сегодня мы в них играем. Играем за бицеп практически звездным составом. Итак, наши гости. Алексей Языков, человек с топором. Влад, Вандер с большим пистолетом. Женя, человек, который будет хорошо стрелять, но пока у него есть бита. Биты стрелять. Да. Ануар, настоящий снайпер Элли. Пока с монтировкой почему-то. И, конечно же, Денис, который отбивался от зомби до последнего, чтобы попасть к нам на летсплей. Сегодня он в роли Дуга. Ну что, друзья, я думаю, что мы начнем играть и все расскажем по ходу партии. Первым у нас ходит Леша. Да, у меня прекрасная маленькая девочка Лу, у которой есть пожарный топор, она очень быстрая и юркая. Скажи мне, сколько действий у меня есть в ход? У тебя есть 3 действия, и у каждого из нас будет 3 действия. За эти 3 действия мы будем спасать наших друзей, которые попали в аварию и теперь лежат раненые. Да, нам нужно бегать, исследовать комнаты, собирать аптечки, приносить им. Давайте начнем уже прям вот с ближайшей. Передвиньте, пожалуйста, зелененькую девочку Лу в эту... дивную кое что это супермаркет какой-то там прилавок. Я так понимаю, что первое действие я потратил на то, чтобы туда зайти, потому что дверь уже выбита, мне ничего выбивать не надо. И вторым действием я могу подобрать аптечку. Да. Я это делаю. Забирай. Ты взял жетон цели, тебе сразу 5 очков адреналина. О, и как у меня только... осталось еще одно. Я получил человек, который говорит, давайте равномерно прокачиваем. 5 сразу опыта. Бам. Ну вы берите аптечки. Ну да. Сейчас... Да, остались в темных зданиях неизведанных. Такое простое. А там тоже могут зомби появиться или нет? Это внезапно. Я хотел сделать сюрприз. Хорошо. Ладно, мы не знаем, мы не давали рассказывать, не рассказывали. Мы идем по часовой. Ну давайте. Да. И сколько шагов у меня за одно действие? Если у тебя нет доп-способности, один шаг за одно действие либо в одну комнату, либо на переход. Ну давайте я вернусь к вам, чтобы если что добежать потом обратно до зомбаков. Секундочку, уточните. У тебя было 2 действия. 3 действия. Он поднял 3 еще. Всего 3 действия, да? Зашел, все, поднял, понял. Вышел обратно. 2. Так, теперь у меня 3 действия. Мистер Дуглас. А кто у нас самый сильный? Давайте поймем, кто будет охранять наших ребят. Ну, то нам это не я могу как бы с дистанции прикрывать, нет? Нет, у меня пистолет. У меня пистолет. Попадание в свои. Вообще, нам надо обменяться будет сейчас. У кого есть оружие, надо пистолет. У меня пистолет, и я очень быстрый. А мы можем меняться, да? Да. Ты снайпер? Да, и я нуар снайпер. Ну, я, кстати, тоже, я так понял, заточен буду к пистолету. Так, тогда с пистолетом оставайся. Все надо делать. Ну, все, Влад. Придется у тебя отжать ствол. Забирайте. Я сам буду бегать сейчас. Нет, а сейчас, тоже, сейчас мой ход, у меня так ствол. Так, 3 действия. Как я могу выбить дверь? А у тебя нет ничего, что выбивать. Вот ануар выбить никак не могу. Окей. А, ты можешь поменяться со мной. Нет, ему не надо, он тоже стоит. А, он снайпер. Тоже я тоже снайпер? А где это? Ну, не, да нет, просто... А что твоя способность полный набор делает? Полный набор? Когда я провожу обыск и беру карту оружия с символом для обеих рук, очень сложно, я могу немедленно взять из колоды вторую карту с оружием того же типа. Класс. Короче, ты если один ствол ищешь, ты находишь сразу 2 ствола. То есть, да, если ты найдешь где-то пистолет, ты сразу же достанешь 2, а не 1. А нам так необходимо кучу оружия иметь? Ну, видишь, по 2 пистолета круче вообще. Ну, 2 лучше, чем 1, да, их типа много. Ты как будто не из Бронкса. Так, слушайте, но мне совершенно нечего делать, если я не умею выламывать двери.
Вот в чем беда. Смотри, там лежит ящик с супероружием, там, где сидят. Я могу к ребятам зайти. Да. Ты можешь, да, я зайти пошел туда, где ранен. Раз, два. Поднять супероружие. Беру супероружие. Дайте Денису красненькую карту. Куда это? Помешать? Это, да, уходят. Давай, да. Это сейчас мы посмотрим. Дети играются. Тащи. Что же у тебя там будет? Ну-ка, ну-ка. Итак, злые близнецы. О, понятно. Мне нравится, что ты все равно два поднял. Даже здесь не смог. Что это значит? Злые близнецы. Это значит новое оружие. Оно не для двух рук. У него нету этого символа, но ты его можешь взять в руку. У тебя три теперь пистолета. Подожди, он в одной руке держит два пистолета, а во второй один. Да, я дуралей. Объясните мне, чем злые близнецы отличаются от просто пистолета? У них на один кубик больше, они стреляют сразу двумя кубиками. Они могут больше попасть. И но лучше шансы. Они больше исчезают потом или нет? Нет, нет, все, все, они остаются. Адреналин у меня. О, нет, это не объект был. Ну что, давай. Но. Отжимай у него. Смотри, зачем ему два пистолета? Сейчас или дверью, или обмениваться. Да. Тебе нужно оружие ближнего боя, мне нужно оружие дальнего боя, правильно? Да, но ты можешь сначала выломать дверь. А можешь не делать этого. А, ну да. У нас просто следующие два игрока не могут, точнее даже три игрока, которые не могут ломать двери. Нам нужно. Хорошо, давай тогда я выламываю вот эту дверь. Так, у монтировки есть символ, дверь сломана, но начинается самое интересное. В каждой темной зоне этого здания появляются зомби. О, аллилуйя! Часовой. Это все одно гигантское здание. Да, это одно гигантское здание. Я карточку открываю? Да, первое, что у нас там? Первое. Отродье. А, ну сразу, то есть. Или нет? Или да, это оно? Да, это, ну сразу. Может понятно помешать? Нет, 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 давайте по-честному хорошо играем. Давайте играем по-честному. Мы не убьем его. Ну, извините. Хорошо. Надо было думать, когда садились за этот стол. А, да. Ну, ты говорил, что самое интересное. Ну, что случилось? Ты умер. Можешь идти на такси уже, все. Да, мы вытащили вот этого. Да. Да ну, да. Не, ну поскольку нет. Денис, ты отходил, ты нет, выбираешь, какое это отродье у нас здесь. Давай. А, серьезно, отродье? Да. Кто да это сделал? Как ты это сделал? Нет, нет, наверное, он просто выломал дверь. А я просто да, отродье. Отродье полицейский. Работа, отродье полицейский всегда разные имеет наивысший приоритет цели. Да, смотрите, что? Когда много зомби Воска стоит в одной клетке разных, то у вас есть приоритет, в каком порядке вы туда стреляете. Как только там отродье полицейский, все зомби в этой клетке по жизни защищены получаются. Потому что, ну, вы стреляете всегда в самого большого. Ну да, в самого большого. Он прикрывает всех своим телом. Комиссар закрывает все. Он выглядит как зомби-полицейский, они все одинаковы. Нет, да, они нет, разные. Они все разные, в этом прикол. Все зомби одинаковые. Ну, я правильно понимаю, эти отродья это как немезида в Resident Evil. Да. Который да просто огромная вот эта херня да ходит, да, и все от него убегают. А кто да из них похож или на полицейского? Вот, а хотя ведьму не играл еще до сих пор. Нет, ну это же старая же игра. Ну, я. А у него есть рюкзак? Подожди, ну-ка. Что мы он должны опознать полицейского. У него шлем. Ну вот, смотри, у него рация есть какая-то, наверное, это он. Да, давайте. У него должен быть шлем, как у... И, конечно, надпись «Шериф». Как у человека на площади Москвы. Кстати, удивительно, что не сделали реально шлем. Давай следующую сюда. Погнали. Отродье! А что происходит? У меня не было 10 секунд, что произошло? Как ты это сделал? Все, хорошо. Второй задержу. Куда ты зашел? Давайте, давайте. Давайте, делай, что будет весело будет. Это же весело, только говорили они. Надо сейчас все оружие. Поиграем в зомбицид, говорили они, будет весело. Надо находить вот эти вот мега-оружие крутое, которое больше урона может. Христом Богом молю, объясните мне, что сделал Ануар. Он же просто стоит. Он открыл дверь. Он сделал. А, это же они отсюда побежали? Да, они там уже были. Они там уже были. Что, я могу вызвать еще бездомный. Нормально, бездомный. Выжившие, находящиеся в зоне с отродьем бездомным, не могут совершать боевые действия. То есть его можно только издалека убить, ну, потому что он собственно место. Кто из них бездомный? Вообще. Вот этот, наверное. Help me, help me, да. Ну, он не звучит угрожающе. Ну что, чем не делают бездомный? Почему здесь и здесь? Они в темной помещении. Погоди, ты помнишь, у нас бездомный, когда ты у меня в Америке жил, с ножом напал да на парковщика. Ну ладно, не опасно. Cool story. Более того, другой бездомный, он нападал на машины. А у нас видео есть. У меня даже видео кто-то дает, так что... Слушай, порепетируй. Третье отрубье открываю. А почему три? Потому что три темные зоны. Нет, все. Не, сюда неинтересно. Давайте сюда отрубье. Появляются, затем активируются четыре ходока. Насколько всего я понимаю, так они без натиска в темных зонах спавнятся. Ты помнишь, Леш? А натиск это что значит? Они бегут сразу, они активируются. Хардстоун, ну, это значит, они сразу атакуют. Затем активируют. А здесь оп, не знаю. Оп, подозреваю, что да. Ну, они бегут к той двери, логично.
А закрыть дверь можно? Но она пожалуйста. Нет, ты ее сломал. Не, а правда, если... можно закрывать? Нет, все. А почему они сразу бегут, если нет жетонов шуба? Потому шума? Что натиск. Они видят нас, мы 5 жетонов шуба, в общем-то. Ну, они же не могут нас увидеть. Нет, они слышат. Слышат. Они не видят, но слышат. Тем более там двери вовремя. Потому что у тебя еще не все, может быть. У тебя от меня есть еще две двери, которые я могу сломать. Стой! У меня есть план. Внезапно. Мы можем обыскивать вот это здание в поисках хотя бы синих пушек. Подожди, во-первых, вам важны эти люди? Нет. Здесь машина. Можно сесть и уехать. Она сломанная. У нас синопсис в том, что они врезались на машине в здание, теперь лежат раненые, мы пытаемся собрать аптечки и спасти. Как у нас все плохо. Можно попросить их орать и уйти. У меня один вопрос. Денис, сколько урона наносят твои крутые пистолеты? Один. Блин. У меня нет вопросов больше. Продолжай ходить. И скорой жизни будет. Мне сейчас имеет смысл собрать обменяться оружием, или лучше зайти куда-то там и обыскать? Да, да. Бери в нет. любом случае пистолет, обменяйся, потому что да, то есть ситуация такая, ты выбил дверь, там гуча монстров, такой, держи мою пиво. Ты отдал матерку, это он, подержи мое пиво. Так, у меня есть еще один ход, и есть ли смысл мне стрелять кого-то? Я никого не убью, правильно? Дальность один, ты там стреляешь сюда, там, сюда, сюда и сюда. Еще у нас зомби в конце хода поедет. Надо валить, валить. И это шум нам добавляет, да, каждый выстрел? Да. Нам нужно оружие найти. Мне кажется, нам надо искать хотя бы синий. Да, может это забыть. Ты у нас какой, оранжевый? Оранжевый, да. Ну что, в твоем стиле было, конечно, пострелять еще в воздух. Так, теперь мой ход, да? Пока в бой. Монтировка наносит один урон. Как здорово. Зайди просто, покажи монтировку отродью. Открой отродье! Ну, покажи, бесшумно! Покажи отродье монтировку, сказала маленькая девочка. Хорошо. Мимо домика с отродьем я без шуток не хожу! В окно просуну, монтировку покажу, да-да-да. Они сейчас будут выходить, ну, да, они побегут сюда, к этой двери, нам надо как-то спасти. Можно они просто появились. А мы просто уйдем вот туда? Не, а их сожрут тогда. Это будет в их фазу хода, когда мы все сходим. Но это проблема для будущих нас. Да. Сейчас мы можем спастись. А, давай я предлагаю просто бежать и шуметь где-нибудь в углу, чтобы они все валили. Я, ну, тогда я ты туда... ищешь, да? Не, я хочу что-то найти. Давай, ты помешай синий, я еще, да. Я мешал синий, но я сейчас достану отродье там, понимаешь? С продуктами, да? Да, в любом здании можно искать. Но все здания закрыты, как я понимаю, да. Ну нет, вот это открыто, в принципе. А там тоже можно искать. В теории я туда не пойду, но... Ты можешь зайти, поискать и убежать. Я успею? Да, почему? Три действия. Раз, два, три, два. Так и сделай, пожалуйста. Так, у нас там все серьезно. Вот. О, как ты! Опа! Так. О, шанс друзья, есть! Это коктейль Болотова, который убивает отродье. Великолепно! Шанс есть! Вы все видели, это было честно. Это было чудо, я бы сказал. А он его гарантированно убивает, или там тоже нужно выкинуть что-то? Сбросьте из ячейки руки, уничтожьте всех действующих в атакой моей зоне. Классно. То есть они сделают один шаг туда, и дальность один. Можем, да. Да, я вернулся сюда. Они двух мы сожжем сразу двоих. Всех. Отлично. Подождите, главное, чтобы там не вылезло, что отродья делают под обходу, иначе они придут и отпустят маленькому мальчику его монтировку. Тогда мы сожжем маленького мальчика ритуально вместе с отродьями. Мы проигрываем, если один проигрывает. Кстати, странно, ну чтобы все вместе играть, чтобы грустно не было. Да, да, просто. Так, ну что ж, мой ход на этом все. Короче, этих я беру на себя. Они реально могут сделать... Один. Я всех Один убью. Вопрос решен. Так, ну я захожу туда. Всеотец. Зачем? А вдруг там еще как-то... Я бы еще то помещение вернусь. Давай. Хорош. Можно потом, сколько угодно. Слушайте, ну это уже интереснее, чем армия мертвецов Снайдера, да? Я хотел спросить, кто-то смотрел? Нет. Зачем? Как? Много пульс, но я зарядил свою биту. Да, отлично. Жень, по-моему, прекрасно. Можете по разу перебрасывать кубики. Понятно, замечательно. Теперь я выхожу, собственно. А что, как называется? Много пульс для своей биты. Я буду заряжать деревом и стрелять. Занозы оставлю в ноге. Нужен доп с вампирами просто, чтобы заряжать биту. Да, кстати. Кольями стрелять. Возможно, это смотрите, давай махнемся с тобой. А я уже вышел. А там он есть еще. Ну, попозже махнемся, я тебе дам пистолет, чтобы ты заряжал, потому что у меня тут. Я быстро бегаю. А ты не можешь дать. Давайте выполнять цель. У нас все-таки есть цель, да, нам нужно собирать аптечки. Ну, у нас даже есть какая-то такая. А я могу пробежать через него. Для этого ты тратишь дополнительные действия за каждого зомби в зоне. Если ты маленький мальчик или маленькая девочка, ты раз за ход можешь это. Ну, это разве это просто девушка? Не-не-не, да, взрослый. У него нет символа ребенка. Половозрелая. Так, ну давай тогда я тоже что-нибудь там... Не поворотливый. Тоже пошел искать. Да. Соответственно, тоже сюда и вернулся. Да, и поищешь там. Было бы прикольно, если бы на каждое здание разное. Вот это в мертвом сезоне было сделано, по-моему.
Так, я нашел зомби, В смысле, как можно найти зомби? Типа ты искал оружие, но нашел зомби? Он такой, кажется, это оружие. Я вам обещал сюрпризы. Итак, один ходок. То есть ты не пойдешь обратно? Просто да, я не пойду обратно, давайте я буду стрелять. Когда ты еще не вернулся, видимо. Да, да, да. А кто оранжевый? Кому сейчас в спину прилетит? А, человеку, который отродье вызывает. Так, что там, пистолет? 3+? Да, 3+. Он без натиска, правильно? Просто гаси его, гаси его. Вот и все. На тоненько. Ой, прям вообще. Зомби ушел. А опыт дается? Похолодело. Один адреналин. И пошумел, да? Да. Пошумим, пожалуйста. Это слышно во всем нашем мини-городе? В микрорайоне. Да. Шум работает вообще на все зоны. Так, я так понимаю, что все походили. А спринт у тебя это просто бегать или что это было? Да, это я могу перемещаться один раз за ход до 3 лет. Я пропустил! Так, тогда я совершил ошибку, нет, у меня есть один доп. Опыт. Я как-то пропустил этот момент. Что, у тебя доп. Обыск? Да, у меня написано плюс доп. Обыск. Mm-hmm. А как? Ну это нет, это другой толчок. Просто плюс один доп. Обыск у меня. Доп. Обыск, давайте я скажу. Это да, ты ищешь дополнительную карту или ты просто дополнительное действие на обыск у тебя? Я ищу... Тогда, возможно, у тебя доп. Действие, да. Он сам ищет. А вот, да. Плюс доп. В скобочках действия. Одно дополнительное действие. Его разрешено тратить только на указанное. То есть, да, да, у тебя еще одно действие. Могу сейчас свою машину таким образом достать еще одного зомби? А ты хочешь второй обыск теперь сделать? Да, я бы сделал в любом случае второй обыск. Спасибо, боже! Это УЗИ. Нормально. То есть нашел УЗИ и патроны в тот раз. Да, да, да. И урон. Сколько? 10? А, все, черт. Я такой 5+. Нет, ладно. Там 3 куба на 3 куба за 3 кубика, но нужно выкинуть от 5+ больше. То есть не факт, что он хороший. Ну что, а все ход зомби? Ход зомби спавнится, начиная с первой и по часовой. Давайте первого зомби. Да. Кстати, я тут малость вот так сейчас сделаю. Читер. Читер, конечно. Натиск ходоков. 4 штуки и сразу активируется. Мы все в синей зоне, правильно? Еще адреналин. Да. 4 ходока. И они сделали шаг. Эти шаги пошли, и эти, по-моему, пошли сразу. Вот это такая прекрасная игра. Да, да, все ходоки ходят. Там эти написаны? Нет. Ну, натиск ходоков появляются, затем активируются. Все, да? Все, да. Здесь в игре, например, если у тебя кончились эти миниатюрки, вместо того, чтобы ставить новые миниатюрки, им всем дают доп-ход. Да, все вот эти 40 зомби там или сколько их делают доп-ход. Хорошо, вот та точка, да, рядом с зомби? Да, давай. Просто 3 ходока, которые не активируются. Ну, может даже уже не говорить, это настолько слабый противник, что... Мы вообще, кстати, зря рано их ставим. Сначала они все походили просто, все базово. Да. А потом появляются новые. А это за натиск. Сначала то есть, когда у кого-то натиск, эти тоже... Слушайте, давайте они еще на шаг туда сходят. Я больше не успею. Чтоб туда этот... Отродье! Вот туда отродье. Это великолепно. Нормально. Это определенное? Ребята, великолепно. Но у нас осталось 2. А если мы их сожжем, они появятся опять, нет? Ну, когда-нибудь, когда сброс перемешается. А, ну тогда уже все, уже лайт версии игры. Тут 4 карты, да, было всего таких? Ты специалист по отродью. Я, понимаешь, нулевой пациент. Я же сказал, что у меня сегодня удачный день. О, прикольно, нулевой пациент. Первый, кто... Нет особых правил, да. Да, он хотя бы без правил, просто у него 3 жизни. Первый, кто заразился, получается. Он просто больной. Так, ну что? Все зомби походили. А, все зомби поспамили, все зомби походили. Начинается это, кстати, извини, перебил, это вот с него рисовали один в один Немезис как раз из Resident Evil. Похож прям. Правда похож. Ну что, Леш, начинай. А, то есть мы не передаем жетон первого игрока, я им был, я им остаюсь. По-моему, нет. Великолепно. Тогда Лу хочет крови зомбаков. У нее есть действие, вот эта вот атака, которая позволяет ей один раз в ход сделать, не тратя действия, рывок. Я кидаюсь на спаун-зону и 3 раза буду атаковать топором этих тварей, потому что девочка Лу очень кровожадная. Очень маленькая, очень кровожадная. 4+. 4+. Одного убила. Минус 1. Второго отлично. Убила. Отлично. И третьего убила. Фига себе, ты берсерк. Боевая девка. Я сейчас вот так. Перебью. У меня есть способность один раз в каждый свой ход выживший может выбрать зону на расстоянии одной зоны от себя. И между зонами должен быть свободный проход. Все зомби, стоящие в зоне с этим выжившим, выталкиваются в выбранную зону. Это если у тебя будет способность на адреналин. Все, понял. Это прокачанный. У меня вот... А, ну это последний, это же не доживу до этого. Господи. Ну, слушайте, по-моему, Лу... Это был успех. 3 очка адреналина ты получил, да? Фак, стоп!
Мы в желтой зоне. Я в желтой зоне. Все, все. А может, давайте равномерно развиваться. Все, поздно, все уже их убили. Кошмар. Ты стоишь такая вся в крови с одышкой, думаешь, блядь, что я наделала? Но у меня сразу же появляется. Нормального полицейского уже вызвали. Он уже едет. Да, у нас здесь девочка. Кошмар. Полицейский, врач и бомж. Что же я наделал? Какой ужас, господи. Ладно. Ну и что я могу сказать? Кто-то что теперь зомби делают? Простите, ребята, ждут нас, твой ход. Я имею в виду, так как мы теперь в желтой зоне адреналина, они становятся сильнее. Да, они вызываются по желтой строчке теперь. Ну мы просто загасим сейчас все. Мне сейчас так стыдно, посмотрите, сколько там отродий в синей зоне. Ноль? Ноль. Угу. А, то есть... Но вот этого точно нет, а остальные одно... Там и... был один, да, вот этого нет. Эти есть, да. А что это значит? А там в синей зоне мы еще были, не было лишнего отродия. Да, но последний нулевой пациент не вышел, потому пока. Что нолик в синей пока. Зоне. Не, ну а карты использовали. Сейчас, сейчас бы он вышел уже. Да. Сейчас бы вышел. Девочка такая просто с дрожащими руками. А, все, я понял. Из-за того, что у меня не было опыта. Да. Денис, твой ход. Ну, как бы этих двух парней я возьму на себя, но в то здание я чуть не очень хочу идти. Хотя аптечки нам нужны. Окей, ты их сожжешь? Ты только туда не ходи. Что Денис может спокойно идти вот в этот... Да, ребят, у вас второе здание. Со своими крутыми пушками. С этим ты разберешься. Раз. Да. Выломать я все равно ничего не смогу. Тут открыто. А можно здесь поискать что-нибудь. Здесь опять поискать? Давай поищу. Синь, вдруг. Ты хочешь как, откуда ты из середины или верхней? Так, у нас снайперская винтовка. Это да опять не для двух рук? Нет, здесь все в одной руке. Да как так, Витя? А как мою способность использовать? Что за у меня за дурацкая способность? А, смотри. У вот тебя две пистолеты можно носить вдвоем. Два пистолета можно носить. И вот смотри, Женя, например, УЗИ нашел. УЗИ тоже можно носить. Можно два УЗИ носить. То есть, если ты взял здесь УЗИ, УЗИ нашел. У меня способность, когда если я нахожу карту оружия для двух рук. То есть, если ты нашел УЗИ, ты нашел бы два УЗИ сразу. То есть, если ты находишь вот такую двуручную карточку, это даже не это надо было перемешать колоду и найти вторые УЗИ? Да. Второе. Да, слушай, ну, наверное, а он сразу же может экипироваться или надо действие на это потратить? Когда, предмет, посмотри, взял. Обыск. По-моему, когда ты что-то обыскиваешь, ты сразу можешь инвентарь подпорядочить свой. Ага. А это куда? Можешь сюда? В инвентарь. Это инвентарь? Да. Обыск. Берет карту, затем может либо поместить ее на инвентарь, либо немедленно сбросить. Ага. То есть ты можешь инвентарь рано, все-таки да. Только, ага. Только нет, так. Упорядочив его. А, упорядочив его? Да, можешь. Я теперь могу наносить два урона с расстояния, то есть я могу убивать костяков, я теперь полезный. И третье мое действие, и я иду гулять. Погнали. Отлично. Ну. Так, я-то сразу карту обыска свидания использую. О, да. Синенькую тебя, да? Обыск и свидание? Да, только нужно ультрафиолет. Ну это смысл, он вытянет зомби, если вы еще не поняли. Ну можешь любую, чтобы он всякий смысл. Сразу способность снайпера. Да, мне логичнее, наверное. Я могу стрелять, ну отлично. Но ты же снайпер. Бензопилой кидаться. Отлично. Окей, у меня есть бензопила. А я могу еще раз обыскать? По-моему, нет. По-моему, законом не запрещено, да. А если я выйду и зайду? Выйди и зайди, как ты выходишь, возвращаешь на этот экран, и все появляется заново. По-моему, не было никаких проблем с обыском. Выживший способен совершать только одно действие обыск, заход, даже если это дополнительные действия. Ой-ой-ой. Я думаю, что с Женей мы простим. Нет, ну не честно, УЗИ уходит. Кошмар. А тогда какое ты другое действие сделаешь? Да уже не важно, это уже... Я мог зайти в другую комнату, например. Угу. Так. Вот они. То есть ходить я могу. Смотри, а я действия. Нет, не смогу. Не смогу, допустим, с тобой поменяться на коктейль Молотова, да, убить их, и чтобы ты мог больше всякой херни сделать свой ход. Можешь, а можешь пойти и выломать ту дверь. Но вот эту дверь я бы не трогал, потому что здесь сразу темная зона. Что написано плюс один доп обыск, а не доп действие. Потому что ты не тратишь на него действия. Окей. У тебя же бензопила есть, теперь тратишь действия. Ну давай тогда я... Нет, окей, значит ты не советуешь мне туда идти. Хочешь пойти ко мне и забери у меня снайперскую винтовку? Просто снайпер. Давай. А ты, Денис Фиолет. Ну, тебе все равно надо сюда как раз, да? Это да. Второе действие. И третье действие у меня. Так а что твоя способность дает? Я могу стрелять и по своим не попадать сюда. Да, это да. Очень полезная способность. А там еще и так можно? Да, то есть если ты промахнулся с дальней атаки, бензопила это безопасно в этой игре, понимаешь, да? Там первая редакция в этом прикол был, что любой человек, который стреляет, он по своим сначала стреляет, потом по зомби. А в этом шутка этой игры. Теперь, да, теперь все лучше. Так, немножко. Ну что, коктейль Молотова, до свидания.
Два отродья, до свидания. Великолепно. Ну, это раскуповый миллиард. По-моему, 10 опыта. Проверь, пожалуйста. Опять за них, по-моему, дают. Ну, должно быть так. Так это бит. То есть мы сейчас... А, ну. Мы нормально. Оба в желтой зоне уже. Ну, тогда я не чувствую себя настолько бесполезным, потому что теперь... А что, коктейль Молотова — это бесшумная вещь, чтобы вы понимали, да? Удивительно. Это было просто... Она не звенит, горит бесшумно. Никто не кричит при пожаре. Мне очень хочется пойти в здание, там надо брать аптечки, но там... 4 зомби. А где должно быть написано про количество? Ну, ты можешь зайти, зомби, обыскать и уйти. Почему-то это... Ну, там 10-11. Если у меня тут написано... В адреналине посмотри. Если у меня на бензопиле написано 5 кубиков, значит, я могу 5 раз кинуть и убить 5 зомби? Если всеми попал. Ага, это неплохо. То есть я могу пойти и покрошить. А, да. Подожди, дальность это 3, да? От 1 до 3. Ты не можешь стрелять в своей зоне? 5. Отродье 5 опыта. То есть ты десяточку сразу вкачал, и у тебя с да, следующего хода будет желтый один. Два действия, ну чё? Мне кажется, надо это тоже что-то поискать. Отсылка к Watchmen'ам неплохо. Mm. А, The End is Near. Дайте мне тоже что-нибудь в синенькой колоде, если там зомби, я думаю, нам будет весело. Нам в любом случае весело. А, пошёл в магазин обратно, кстати. Топор. Монтировка и топор, монтировка и топор. Ну, у тебя прям вот как на фигурке теперь. Да, я это. Так, все, я могу обыскивать наконец-то помещение. За бесплатно. За бесплатно. Фишка. Мачете. Убивайте. Так, меня что как раз смущает, что в других зданиях я тоже самое буду находить. Так, что я могу? Я могу идти куда-нибудь. Ты можешь зайти к Денису и взять у него. Хочешь, возьми у меня топор какой-нибудь. Вот, кстати, да, где Денис? Денис, вы решили меня все уже отобрать, да? Не, подождите, у него... А, у него стартовый пистолет. Можно, пожалуйста, пистолет, я подошел. Стартовый. Да, обычный. А, этот, держи, конечно. Спасибо. Я могу сейчас... Да, упорядочиться. Мачете было, например, отдать биту или мачете. Тебе нужна бита? Мне нет ни к чему. У него бензопила. Мне выкидывать или пока положить? Пока пусть лежит. Окей. Я могу в свой ход использовать только одно оружие, да? Нет, за каждое действие. За каждое действие ты можешь дважды прошить лук. Получается, у меня шикарно. Обыск был бесплатен. Три хода и один шаг, а обмен еще один ход могу сделать. Так, ну все закрыто, тем более. Я могу было? Нет, не могу ничего. Я могу просто погулять. Можешь кому-нибудь еще что-нибудь отдать. Кому бита нужна? Кому? Недорого. Кому бита нужна? Ничего никому не надо. Я могу много пуль отдать, но УЗИ это. А, вот Денису можно много пуль. Можете по разу перебрасывать. У тебя теперь есть пистолет. Но, блин, у тебя какой-то получше, покруче. Ты а что дает? Да, перебрасывать кубики можешь. Каждый раз? Нет, для оружия с пулями, там есть пули и патроны. Вот у пули и везде патроны. Пули. Разные. Да. Все, у всех пули у пока. У всех пули, да. И у нас все много пули. Да. Вместе мы так, то есть я стреляю два раза, два кубика бросаю, два раза могу их перебросить. Просто если отстойные будут, перебросишь. У тебя, как я понимаю, больше да, будет выгоды с этого, да. У меня с пистолетом. Спасибо. Все. Окей. Я это сначала... можно было за один обмен сделать. Ну, мне делать нечего здесь. Ну, это за один обмен, да. Я сначала... это за один. Я нашел воду. Пей. Только у тебя, получается, еще одно действие осталось. Да, но мне делать все равно нечего. Ну, да, идти к зомби, например, это странно, мне кажется. Ну, вот там девочка стоит, если там активируется, то... Смотрите, я могу скинуть эту карту и получить три ОА. Очка адреналина. Очка адреналина. Что это за вода такая интересная? Выкинул воду. Энергетика. Можно использовать. Не, ну это прокачаться неплохая тема, если кто-то отстает по опыту, можно его прокачать. Мы уже в желтой зоне, уже можно добегать. Ну, хорошо, я попил водички. Буль-буль. Хороший у нас сброс, коктейль Молотова, да? Ты потушил. Нормальный день выжившего. Смотрите, единственное, как я могу вам помочь сейчас, я могу бегать. А бегать мне некуда. Правильно я понимаю? Ну, беги. Крупная мат. Ты можешь к остальным прийти. Я могу отвлекать как-то зомби, чтобы они в другую сторону прошли. Есть действие просто пошуметь. Ты можешь прийти в какую-то зону и просто пошуметь. Проблема в том, что вот эти три человека — это уже три жетона шума. Uh-huh. То есть ты можешь... Здесь, кстати, он ушел, вот этот жетон. Это убивали зомби в прошлый ход, правильно? Когда мы его нашли. Кстати, жетон шума не кладут. Жетон шума не кладут. Ищут без шума. Вот, соответственно, ты можешь нашуметь в этой зоне, но зомби и так все сюда пойдут, mm-hmm. которые там. Вот эти могут, если у них будут натиски, они пойдут вот так. А если не будет, они могут разделиться, пойти с разных сторон. А кто это решает? Там написан механизм, как они идут. Они стараются идти по кратчайшему пути, но если есть два одинаковых источника шума, и они их видят, они могут разделиться. Мы можем пытаться их разделять. Да, волна прям пола. Ну, сейчас зомби новые наспавнятся. Вопрос. Я все. А у тебя все? Да, я попил водички, я сам на месте буду как-то отбиваться. Может, понятно, сидит в здании и говорит, я буду отбиваться, я попил водички. Да, хорош, отдыхаем.
У меня вопрос. В каком порядке мы активируем зоны активации? Первая, вторая, третья. Точно третья. Просто в тот ход начинали первая, вторая почему-то. Да, действительно, по часовой должно быть. Ну, да, тогда в тот раз мы ошиблись. Три зомби должны были быть там, ты не можешь порезать. А здесь не было ходока. А ну пофиг. Да. Ну уже ладно. Вот там сначала. Давай. Толстяки. Сначала, правда, вот это все подвинулось. Один толстый парень вот там. Один толстый парень, все, в желтой зоне один. В желтой зоне один. Его можно убить уже, наконец, снайпер прийти. У нас тут люди с топорами. А теперь вот здесь. 8 ходоков. Ну, нас много там. Должны сейчас справиться. Ну, пусть главное им там натиск. Мы сейчас ориентируемся по желтой, да? Сейчас главное, да, чтобы не было натиска, потому что если туда придут ходоки с натиском, они сразу же меня сожрут. И мы проиграем. О, это неприятно. Спасибо, Леша, спасибо. Пожалуйста. Это натиск толстяков. Одна рада от толстяка тебе. Ну, у меня осталось одно здоровье. А этот толстяк подбежал. То есть, все-таки это лучше, чем вот эта толпа бы заспавнилась? Лучше. Ну, точнее как. Если бы она заспавнилась без натиска, я бы спокойно... Не, я понимаю, вот с натиском. Они с натиском сразу бы убили. Все, понятно. Ну, еще неплохо. У тебя там топор, начинай. Да, я рублю. Конечно, как бы, Лу... А можно толстяка можно будет убить? Да, на два. Только пожарным топором из стартового оружия и... И это убийство толстяка. Сколько адреналин там здоровья? Один. Адреналин один. В смысле один? Ладно. Только странно, за большой... кстати, что за толстяка. Он все-таки посерьезнее. Ну, один парень, да? Ну, два действия. У меня три действия, я в желтой зоне. У тебя еще это, если ты еще и чаржиться будешь, прям рывок к ним делать, то еще два действия. Ты же бежать можешь на две клетки. Логично, давай я делаю рывок к пацанам. Бесплатно. Бешеная просто. Вторым. К этим или к тем? А, не зарубил. Каким? К этим. К этим. Хорошо. Не зарубил. Помогите! У меня осталось сколько действий? Два? Два. И ты можешь бесплатно убежать из этой зоны, потому что ты маленькая девочка. Да, давайте маленькая девочка не убила топором маленького зомби, испугалась и убежала. У тебя два действия. Ну, у меня же два шага. Просто, да. Зарубил одного зомби, попрыгал, за других убежал, да. Ну, просто мне до них добежать быстрее. Первое действие, да. Твое супер действие персонажа. Да. Рубануло, и два раза убежал. И два раза, все. Угу. Ну, ходил, полечите лук, кто может. Так, ну чего? Стрелять в них из пистолетов или пойти рубить их бензопилой? Смотри, стрелять хороший план, но как только ты в той зоне, и там начнутся выстрелы, хотя Нуар тебя вроде не должен покоцать. А что, бензопила 5 кубиков, шанс... 5 кубиков. Но я не могу их перебрасывать. А тут я могу перебрасывать. То есть я могу кидать по 2 кубика и перебрасывать их еще. Нормально. Ты можешь, да. Их сколько? 2, 4, 6, 8. Ты можешь попробовать все в этой жизни. Пострелять, подбежать. Просто тут... Ну, если я буду выкидывать 5-6 сразу, это сложно. Тут больше шанс, что я по ним попаду. Ну, да, поэтому я их перебросить можешь. Я их мочу с двух рук, погнали. Пистолет. А там сколько? Один было? Могу перебросить. Нет, одного бы надо. Еще хуже. Так, одного убил, правильно же? У тебя 3+? 3+, да. Одного вообще не сказано, что все обязательно. Одного убил. Посмотрим. Погнали, это было первое действие. Сейчас второе действие. Много пуль. Очень. Я что-то не зря, видимо, отдал кубик. Нет, Денис. И мое третье действие. Отдай оружие, Денис. Денис! Ура! Еще было. Ну хотя бы. 3 экспы начисли себе. Это было очень плохо. Опыт, да, не забудь. 3 адреналина. Так, все. А мог 6. Нормально, 50% результат. Либо убьет, либо нет. Так. А вы ваши эти процессы? Нет, у меня просто два пистолета, поэтому я послал. Смотри, я не могу. И я могу в них стрелять. Нет, можешь. У тебя дальность 1, и на этом, и на этом есть. Окей. Гаси их! Или мне лучше подойти и в жирного стрелять? Жирный пусть бежит. Окей, нам, кажется, нам надо будет только тех оборонять. Все, все, окей, да, я использую снайперскую винтовку и стреляю по пацанам. Угу. Тут как бы помеха. Помеха в удаче. Я расчищу пространство. Давай. А, помеха? Ну давай, да нет. Помехи не было. Один адреналин. Один готов. Так, еще один шаг, главное. Да, еще два раза гостей. Пострелял, нужно третий. Давай. Помеха, а? Ура! Семен как дует вообще! Это сработало? Да я уже двум отрядом дул, проще. И у меня все, шаги закончились. Гиги. Ну, у нас гениальный был план. Винтовка дает и так способность снайпер, которая у Ануара уже есть. Но мы все как... Карту не читай, в игру играй. Зачем? В смысле, ту же самую способность? Да, так что... То есть я мог с пистолета стрелять, то же самое было.
Да, но конкретно в данном случае они оба попадают на 3 плюс и кидают один кубик. Вот в данной ситуации. То есть не оставлять снайперскую винтовку все-таки. Просто это звучит... Нет, пистолет им неплохо. Это звучит так, как будто бы... Технически, наполовину неплохо. Ты снайпер-снайпер. Роджер-роджер. Типа снайпер, нужна снайперская винтовка. Я как бы думал... Нет, это не требование, это доп-способность. Ладно, разберемся. Сейчас возьми. Что, ребят, надо что-то искать, давайте. Ты че? Хотя нет, даже подождите. Надо их поубивать всех. Нет, давай. Там придут сейчас те еще, надо понимать, что там надо бронять еще. Лучше поискать, выйти, надо бы постреливать. Давайте, баррикадироваться нельзя, зомби? Нет. Жаль. У меня есть фонарь. О, нет, хорошая. Отличная карта. Ты у нас синий, блин. При обыске что? Две карты при обыске. А кто еще в этой зоне? А что там при обыске две карты? А как ты ему отдал, подожди. Мы в одной зоне? Да. Нужен ли мне пистолет? Тебе дать какой-нибудь топор ближнего боя? Это из инвентаря можно фонарь. Вообще огонь. Пистолет, а мы можем сейчас всех троих убить? Каждый Я еще там остался, в той зоне. Сейчас, если я не убью кого-то, то придешь, разберешь. Я думаю, Женя, да... Тебе нужно что-то ближнего боя, помимо фонаря? Я бы, на самом деле, ломал бы двери и собирал инвентарь. Где-то пора. Просто здесь, в темных зонах, начнут спавниться зомби. Да, нам все равно надо... всех убьем пока. Смотрите, да, тут проблема в том, что вот эти подойдут, и вот эти подойдут, а эти под угрозой, пацаны. Короче, да, сюда ходить опасно. Нам не обязательно этих бить, нам нужно тех бить, да. Ну как не обязательно? Вот, их убить надо сюда и сожрут всех. Слушайте, а мне кажется, ли прохладник? Есть такое немножко, да. А тут теплее нельзя сделать, да, никак? Повеяло. Что, заболеем? Ну вот, видишь, тебе как дурак выглядишь. Утром, наверное, думал, не надену я льняную рубашку, чтобы меня продувало. Кто теперь смеется? Ты смеешься? Нужно было нужного пациента оставить. В любом случае. Итак, что дальше? Я тебе... Кто? А зеленый? У тебя уже есть топор. Два человека с топорами. А ты хочешь пойти и пострелять? Так отдай монтировку. Нет, просто Влада. У Влада нет ни топора, ни монтировки. Он двери ломать не может. Нам нужно сделать пару людей. Которые защищают. Один сильный, да, второй, который как-то хорошо ищет, хорошо бегает, чтобы он собирал. Ну давай мы с тобой на обороне. У меня обыск есть, дополнительно мне требуют эти. Тогда фонарь, Женя в другую зону. Я просто влетаю кровавым ураганом в толпу. С тобой все понятно, Леша что-то натворит, а нам надо исправлять. Это вот такая же стратегия. Слушайте, а я стрелял, я же наделал шума. Прав. И Ануар стрелял. Там шума миллиард. Но с другой стороны, все равно туда идут. Там шума реально миллиард. Ну нам без разницы. Ты тоже три раза стрелял. Там в любом случае... Я еще добавлю, подожди. Там больше, чем везде, просто как бы запомнили. Охота навести суету, я понял. Да. И шум. Блин, ну делать-то нечего. Я просто боюсь сюда ходить, ну съедят же. Знаете, будет и съедят. Не ходи туда. Плюс один кубик в ближнем бою. Я могу пытаться топором двух зомби рубить. Ну давайте я останусь здесь. Я буду в следующий ход бежать там и обороняться. Ну да, сиди. Ну давайте. Уже нет никакого смысла идти в ближнюю атаку, как я понимаю. У них все равно жизни по одной. То есть мне есть смысл стрелять просто. Стрелять. Гарик издалека. Ну я. Сейчас я тоже буду говорить про помеху, конечно. Потому что у меня с кубиками такие сидят, и сразу. Нормально. Шум. Раз. Одно очко адреналина. Минус один. Мне все равно нечестно, что за толстых дают. Да, да. Я вот. Это прям очень странно. Это слишком позитивно. Они равны, понимаешь? Толстые и не толстые равны. Вот, зато накидай. Еще один шанс есть, да, у меня? И да. То, а у меня доп. Действия тоже можно стрелять. А, на обыск. У меня три действия это было. Это совсем глупо стоять на месте. Ну давай, Женя. Вы очень плохая команда для зомби-апокалипсиса. Ой-ой-ой. Последнего не убил. На доп. Действия только обыск, да? Да. Я не могу не зайти ничего. Я могу сломать вот эту дверь. Зачем? Даже нам надо зомби добить. За не новых вызвать сейчас оттуда. Сейчас новые вылезут. Ну ладно, окей. Все. Хорошо. Я в следующий ход пойду всех рубить, ладно. Тебе надо идти к нам. Я в любом случае пошел бить, да. Первым действием я пришел сюда. Да. Вторым действием я стреляю из пистолета. Добей уже. Но у меня 50% вероятность, что я убью. Добей эту тварь. Почему? Там же 3 плюс. Помеха. Это 2 трети. Это помеха. И еще раз стреляю. Мне просто нравится класть. Очень нашумели. Да, вот шумели. Да мы и тут нашумели. Ура! Адреналин. Слава богу. Хорош. Еще действие, да? Слушай, логично было бы здесь сделать какие-то баррикады. Взять, забаррикадировать здесь. А, ты подходил. Улицы, ладно, хватает, возможно. Двери задел. Двери задел, да. Давайте смотреть. Эти зомби могут пойти куда угодно. Я думаю, они разделятся, да? То есть им вот так одинаково. Я думаю, на шум пойдут. Нет, подожди, здесь ближе. Раз, два, три. Раз, два, три. Они идут туда, где шумнее. Эти по-любому идут сюда. Коктейль туда. Нет коктейля. Еще один? Да.
И теперь давайте спавнить новых зомби. Погнали, единичка. Ну ладно, со спавном прикольно. Дополнительный ход. Один дополнительный ход всем ходокам. Вот это плохо, очень плохо. На этом игра закончится, да, если мы еще сейчас натиском уйти? Да, если... натиск, наверное, все-таки работает только на спавненных. Надо сейчас посчитать. Давай, вот эти пацаны тоже шаг сделали. Но интереснее, что это... А толстый? Ходокам. Нет, только ходоки. Вот эта зона. Натиск ходоков. Так, вот и решайте, пора почитать правила. Как правильно мы играли. Это вот в эту зону, да? В любом случае, да. 5 ходоков. В любом случае, 5 ходоков туда. Сейчас... Ну, мы играли по хардкор режиму, можно сказать. Когда каждый раз натиск, они все идут. Да, это неприятно. Да, мой сын бы расплакался уже. Я согласен с вами. Можно убрать, я думаю, этот шум, мы все знаем, куда идут зомби. Все быстро, когда в толпе крикнул, пошумим. Так, жетоны шума. Мне очень нравится, что можно просто пошуметь. Других цветов, карты натиска. Но это не поможет уже. Так. Карты натиск. Если игрок раскрывает карту зомби с ключевым словом натиск, появившиеся от такой карты зомби активируются сразу же. Не все. Это вообще. Ну и тогда очень много всего. Ну не очень, да, но нет, там мы один ход. Мы хартанули немножко, да. Да, но вначале точно мы двигали тоже. Да, да, да. Ну вот они дошли на ход раньше, допустим. И последняя зона. Дополнительный, вот это точно конец. Все. Спасибо за игру. И мы снова пытаемся выжить в городе полном зомби. В прошлый раз нам это не удалось. Мы взяли себе новую миссию. Мы взяли миссию с тачкой, чтобы на ней кататься, и тачка опять сломана. Правда, мы можем найти в ней оружие. Тот, кто обыскивает машину, всегда находит оружие, другие карты сбрасывает. В прошлый раз нам это не помогло, посмотрим, поможет ли сейчас. Наша задача — спасти трех человек, трех выживших. Они находятся где-то в точках жетонов цели. Одна из них фальшивая, там не будет выжившего. Мы должны их просто найти и активировать. Миссия выглядит достаточно безобидной, но мы посмотрим, чем это обернется в этот раз. Кто у нас нынче с топором? Влад. У меня есть топор, да. С топором первый игрок у нас всегда, да? Да. Первый игрок стартует с топором. Поехали. Так, что будем исследовать? У нас, соответственно, есть только одна комната, где одна клетка, где появляются зомби. Я предлагаю пойти туда. Даже ты можешь прям сразу залететь же. Не, ну там много появится. Здесь безопасно. Да, вот тут здесь прям можно влетать с бочины. Так мы же походим все. Ну, с другой стороны. Давайте, да, хорошо. Выламывают. Так, выломаю здесь. И с шумом. И кричи, главное. Полностью, кричи, кричи. Так, ну, Гроша, давай, специалист по зомби. Специалист по зомби. Я еще раз помешаю колоду. Угу. На всякий случай, сейчас отройди, ребят. Просто проверяйте. Давай, 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 давай. Выломать дверь — это одно действие, правильно? Да. Угу. Кто хочет снять? Давай. Давай. Великолепно. Отройди. Нет, но это дополнительный ход все никому. Шикарно. Очень хорошая карта Синон. Странно, мне не нравится уже. Это, то есть, вот здесь, да, в черный? Да, да. Здесь ничего. В дальний черный давайте. Дополнительный ход никому. Отлично, кто мешал? Где мне вот кажется, эти боссы? Надо проверить, спавнится ли там зомби. Если ну, дополнительный так, ход? Дополнительный ход, да, проверь, если нас спавнили. Давай, давай. Я могу ходить до трех клеток, я пришел сразу же сюда, и третьим действием я проверяю этот жетон. Подожди, первое было выломать, второе сходить, третье сходить. А у него там супер действие, что можно планировать. Когда вы открываете карту дополнительного хода, в соответствующей зоне не появляются зомби. Вместо этого все зомби указанного типа активируются. Супер, супер, погнали. Первое здание, давай. Зеленый, красный. Зеленый. Пустой. А, пустой? Нет, это пустой. А, наоборот. То есть мы все четыре должны найти. Там не зомби, не выживших, короче. Так, три действия твои были, да? Да, все. Так, следующий. Лу. Да. Девочка Лу. Что в желтой коробке? Какое-то крутое оружие? Потенциально. Бежу. Что в коробке? Красная, да, вот это? Стопочка. Да. Ну, давайте. Собирай. Злые близнецы, все те же. Передай Денису, что стрелял в прошлый раз. Кому отдать дальнобойное оружие? А, Денис сменил персонажа, да? Я вышел, поискал, у меня есть еще один ход, я выйду, наверное, сюда. Ты же будешь открывать ничего? Ну, честно. Потенциально. Ладно, я сделаю шаг обратно, если кто-то хочет потратить действие на обмен, я отдам вам стволы. Ну, там Нор как раз заберет. Да, Нортик, кстати, злые близнецы, хорошо вот. Да, у вас все? Да. Что, я пойду выломаю вторую дверь, наверное, да? Можете передвинуть трансгендерную женщину вон? Так, это Харли Куинн.
Да-да, вот сюда, да, все верно, да. И выламывай дверь. Ломаю, ломаю. Бесшумная монтировка. И там два толстяка. Ой, как хорошо. Они пока, кстати, проблем особо не оставляли. Ну, это потому что у нас оружие было, сейчас оружие нет. Сейчас нет оружия, ну, только топор. Только топор. Ну что ж, отлично, у меня есть трансгендерная женщина, два толстяка, мы идем на парад, я так понимаю. Так, давай, беги. Меняемся. А у тебя еще действие. Да. У тебя 4 вообще, да, или что? Дом движения. О, у меня дом движения, ничего себе. Тогда у тебя еще 2 действия. А можно я убегу с криком? Да. Ну то, что здесь кролик, это забавно. Но надо будет отыграть. Денис, крик надо будет отыграть. Да, я сюда убежал. А Денис Косяков отыгрывает трансгендерную женщину, как он сам говорит. Нуар. Так, бесплатно, без смс и регистрации. А, у тебя пистолет. Пистолет. Да смотри, действие обмена между двумя или все в одной зоне могут меняться? Между двумя. Точно, это, точно. Я тоже это очень расстроил. Странно. Ну, ладно, держи. Тебе нужен пистолет? Нет, а нет, пусть? Нет. А с двумя пистолетами будешь? А, да, кстати. Давай. Почему нет? Давай, хорошо. Теперь, работа. В принципе, у вас одинаковое, да? Ага. Это два кубика, это два так, кубика. Так, с этих двух я не могу убить толстяка. Да, потому что урон мало. Урон один. Окей. Они не простреливают их. Жирные тела. Я могу зайти в эту синюю комнату и обыскать? Мы можем их... Да, ты можешь к полицейским, в том числе, зайти туда, да? Да, здесь всегда находится оружие. Здесь, да, здесь точно будет оружие. Ну, давай тогда я... Подошел. Нет, не смогу, у меня, потому что я один потратил. Ты один раз поменял. Тогда я захожу в открытую комнату и обыскиваю. Ты у нас оружие. Обыскивать можно любые комнаты сколько угодно раз. Один раз заход. Один раз заход, и там пошло. Мешок риса ты нашел. Как ни странно. Тоже 3 очка адреналина, у них здесь прям заряжено. Почему рис, вода, адреналин дает? Я вот этого не могу понять. Фига, рис! Вода! Риса! Насыпал! Я сразу сброшу ее и получу 3 очка. Ты знаешь, берешь просто мешок рис такой. Здесь адреналин вместо опыта, это почти логично, но очень странно, что едой они его качают. Если бы энергетик был, типа, это понятно, рис. Ну это калории. Ну как, что? Калорийность просто здесь повышаешь себе. Оп! Давайте мне пушку. Ну, это первую пока. Первый дробовик сразу. Сразу. Ох, ну, ты. На урон против толстяка. Все, хорошо. В атаку. Я походил. Да. Хорошо. Так, 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 так. Ну, я один раз заход. Да? Там что, дробовик-то плотненький. Так, я захожу сюда. Здравствуйте. Обыскиваю помещение. Фонарик. Возьмите две карты, можно использовать из рюкзака. Но я не могу уже здесь. Сразу же фонарик не действует ведь? Сразу я могу скинуть? Там сбросьте написано. А там не надо сбрасывать, ты всегда будешь впоследствии искать под дверью. Впоследствии. Все, я понял. А у тебя же дополнительно есть обыск, да? Да, то есть у тебя. Но в этом помещении я не могу. Или могу? Нет, у тебя уже один обыск заход. Один заход. Все, все, все. А подожди, в этом же помещении. А если пойти в соседнюю комнату? Один обыск заход. Я могу, он для меня типа просто бесплатен. У тебя два действия. Так, ну я тогда... Ты можешь зайти в комнату следующую, и там наготовенько уже полутать. А там где выход-то, проход? Там надо выбивать дверь. Будет волновать. Все, понятно. Ну, я тогда тут и останусь. А может, ты через улицу просто пройдешь? Ты можешь сюда пойти. Там нет вещей никаких. А почему бы, если у тебя все еще остался ход, почему бы тебе сейчас туда не пойти, и чтобы потом меньше тратить шагов? Не, я здесь же потом могу отвоевать. Он может там же обыскать. Может, там же обыскать. Зачем мне приключения? Влад просто с вероятностью будет ту дверь выбивать, потому что это быстрее. Ну да. Тогда имеет смысл кладу. Не, подожди, сейчас зомби. Сейчас зомби поставим. Ну, имеется в виду, я тоже карту возьму. Да, я к тому, что если ты будешь стоять здесь, Влад будет выбивать дверь, скорее всего, и тебе будет удобнее выйти куда-то туда дальше. А, ну окей. А, ну в смысле, по тому же зданию. Ну, здание осталось. Да, 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 то есть логика в этом есть. Зомбаки. Подожди. Опа! Опа! Блин, что это? Здесь надо помнить, что их надо валить. Единичка. Чудовищный даунтайм в игре. 4 ходока. Нет, кажется. Тебе кажется, на единичку. А по часовой стрелке, вот туда. Еще. Давай, мы все орём и спорим. А золотой сосед, один толстяк туда. 4? Я думаю, всегда 4 идеально для туда. Любой настолки. А здесь вот сюда дополнительный ход. Ты просто если бы мы были в желтой зоне, толстяки пришли бы, но так как мы в синей, никто не ходит здесь. Ну, просто... Это лайт режим какой-то. Вруби. Amazing, вау. Ну, так. Ладно. Я буду ломать, да, все. Все двери, которые вижу. Стекло. Я ломаю эту дверь. Класс. Вышел сюда, пришел, раз, два, три, и могу ломать эту дверь. Нам нужно это? Давайте подумаем. Ну, в принципе, нам нужно сейчас все двери ломать. В любом там ты прямо подошел, зачем? Согласен, согласен. Ты можешь подойти куда-нибудь сюда, здесь будут эти толстяки, сможешь их убить. Кстати, да, у тебя топор, да. Ты ну, давай туда. Сломал. Раз, два, три.
Ты можешь вообще в их зону пойти и начать. Но нет, здесь ходов уже не будет. А, у него спринт, дверь. У него спринт. Он... А, один раз можешь рубануть, да? Ну не стоит, я думаю, опасно. Опасно? Ну да, опасно. А если не выбивать дверь, подожди, раз, два, три, раз и одного убить. Но... Нет, почему? Он спринт до трех клеток? Да, до трех. То есть раз, принципе, два, я, три. Да, я могу можешь... без двери, без выламывания пройти и попробовать двух убить. Но тогда мы Женю. Не убивайте дверь. Да ладно, мне это какая разница. Ну, в принципе, у меня вероятность не очень большая. Нет, там еще мой ход будет, я подойду там с дробовика, Владу в спину выстрелю. Нормально? Да, ладно, не, вообще. Давай попробуем, давайте попробуем. Потому что я дверь не ломаю. Может, он реально тогда с дробовика просто пойдет? Ну, я просто сюда пойду. Туда мне два бежать, сюда. Но ты одного убьешь, второй не останется. Давайте какой-то план придумаем на игру. Ребята, извините, я вас перебью. Не, ну нам надо доиграть, наверное, или вы хотите смотрите, кушать? Смотрите, она просто пока горячая. Можем перекусить. Как раз вы подумаете о плане. Мы, а ну, вы... давайте, как вы можете хороший план. Вы можете поскать и найти пиццу. Окей. Мы попытались придумать план, но придумали пиццу, если честно, только. Поэтому думать мы будем прямо сейчас. Ход Влада. Да, давайте придумаем план. Немножко чего-то рационального добавим в игру. Вторая пицца приехала. Ура! Я правильно понимаю, следующим ходом они нас нападают и могут кого-то из нас убить. Если кто-то из нас умирает, то все. Да. Ну так надо убивать толстяков. Там была проблема в чем? Плана. Потому что у Влада не хватает хода дойти. Точнее, есть возможность дойти и рубануть двух сейчас. Одного. Нет, одного. Одного. Двух. Да, потому что две не выбиты. Но есть шанс добить. С дробана, но дробан зацепит Влад. Скорее всего. Там вот в этом проблема была. Вот вопрос сейчас, как это порешать? Нам бы поменяться бы с тобой, потому что я своих не стреляю. А ты у нас оранжевый. И ты, ну подожди, ты походишь до меня, ты, конечно, поменяешься, но ты не постреляешь. Мы можем взять бегунка. Ну кто-то один может взять пушку у меня, донести ее часть пути. Да ну. Блин. Ну это совсем бред какой-то. Ладно, руби, что мы теряем? Пытайся. Мы проиграли. Пытайся зарубить двоих. Давай. Руби двоих? Пытайся. Да. Вообще шансов 50%. Прибежал. У меня 4+. Да. О, это сложно. Подожди, ты же потом можешь близ... А, не, не можешь близ. Мимо? Не убить. Ладно, подожди, стоп. Что у нас сработало? Нет, во-первых, есть смысл сейчас продолжать бить? Конечно. Или просто отбегать? Он не может просто отбегать. Он не может отбежать, он не ребенок, он не может просто так уйти от зомби. А, нормально. Да подождите, зомби упустил всего на 2. А, он все нормально, дерись. Нормально. Продали просто. Бейся. Почти. Почти попал. Хорошая, хорошая. Помогите. Как тебе тактика? Мне очень понравилось, да, что Влад сказал, давайте сделаем все разумно, и его убедили просто пойти отдаться зомби. Внимание, вопрос. Ты был хорошим человеком. Внимание, вопрос. Ребенок может только убегать в клетке с зомбями или делать что угодно? Могу ли я обменяться на топор и рубануть топором? Про Ныра говорит только действовать. Только убежать. В самом конце про Ныра. То есть ты можешь делать один ход, вторым ходом поменяться и третьим ходом рубануть. Хочешь топор? Нормально, Влад, у меня есть фонарик. Так подожди, а там доп. Действия нужны только на выход из зоны. Там нет никаких атак по возможности, ничего. Ну и супер тогда. Ну там. И супер тогда. В фильме это было бы так. Один прибегает, рубит, кидает. Слово, да. Я бесплатным действием кидаюсь к ним. Да, ты стреляю в них из пистолетов, но не попадаю. Ну, точнее, я попадаю. Нет, подожди, у тебя просто атака действия говорит, что ты подбегаешь. Там же нету дополнительного. А, ну да, тем более. Я подбежал, тогда поменялся. Я не трачу действия. Здесь я... Тебе нужен вообще пистолет? Ну, держи два. Ну, наверное, не надо его оставлять из оружия просто. Нужен пистолет? Держи два. И у тебя два действия. Я могу дважды попытаться еще... Что же самое сделать? Я хочу... Я хочу два кубика кинуть. А почему два кубика? Ну потому что у него два атаки. Две атаки сразу. Давай, один топор, второй топор. И девочка заубила! Отлично! Вот это план! Я бы сказал, что это 6 в кубе сейчас. Отлично! Одним махом две головы. Я получил всего два опыта за это. Блин, ну это странно. Ну странно. Великолепный ход. Да, за толстяков, ну хотя бы два. Ну, хорошо, с этим буду разбираться я тогда. Чего, Денис, твой ход? Да, опыт, это, правда, было, это была красивая экшн-сцена сейчас. Да, у меня в голове. Слово, да, девочка Лу прям помогла
Ваня. Я фиолетовый, у меня монтировка, я ни черта не могу сделать. Смотри, можно обыскать тачку, и там пушки всегда. То есть сколько раз мы не обыскиваем машину, мы всегда там что-то находим? Да. Я думал, один раз. Заход один обыск. Да, но я имею в виду, там постоянно оружие будет. Там арсенал такой. Да, это полицейская машина, можно найти, Лёш. Но только в первый раз, когда мы ее обыскиваем, гарантированно там всегда оружие. Там всегда оружие по условиям сценария. Всегда гарантированно оружие. Сценарий. Какой сценарий, скажи мне? Так мы можем просто тусить. Да, я тоже надо было туда идти, зачем я там обыскиваю какое-то говно? Ну давай, я обыскиваю машину. Там рис. Стреляющий рис. Сбрасываем. На тебе кукри. Тебя накукрили. А, то есть оружие может быть и такие. Что это за полицейский? Что? Ну, это мексиканский? Ну нет, кукри это не мексиканский, это что-то... Я теперь могу тоже толстяков убивать. Ух ты. Но... Кукри. Все, на этом ход, правильно? И у меня есть еще одно действие. А ты отсюда, да. Да. И я могу... Ты можешь пойти в другие и включи этот люстру, чтобы призвать сюда всех. Кстати, ну нет, такого нет. Если я пойду сюда, чтобы следующим ходом зайти сюда. А ты не боишься, что у них будет доп-ход, и они тебя откусят? Да, и тогда мне конец. А, ну я пойду вот сюда. Да, теперь. Так. А тут есть шум, да? Да, тут есть шум. Два причем. Топора? Нет, топора, шум, когда ломаешь дверь. Ануар? Максимально тихо. Я, пожалуй... Аккуратно погладил топор. Пожалуй, наверное, обыщу комнату. Ну, это наше любимое развлечение в этой игре. Концерт? Женя вот... О, ты там вообще продуктовый открыл. Он нажимал просто щелочки, да. Я бросаю. Шесть. Как в обычных играх опыт накапливается. Я убиваю. Решаю задачи здесь. Я на границе. На границе. Идеально. Теперь мне нужно куда-нибудь пойти. Я не могу ломать двери. Ну, я тогда просто поближе к тачке пойду. Ну, понятно, всем нравится тачка. Так, ну, нет, конечно, очень хочется обыскать машину, дайте но... мне какую-нибудь катану просто, чтобы я рубил всех. Ну, еще одна пушка, это, наверное, дерзко. Давайте вам оставлю. Подошел... Ты просто вали с дробана, да. Тебе надо завалить. Да, у меня два куба. Толстого парня. На 4+, толстый парень отлетает. Это женщина, но... Это женщина? Отлично. Ой. Простите, леди. Было очень неловко. Мне кажется, сейчас. в нашем... Я считаю, она скандалила около кассы. Вот тебе опыт не забудь. Один. Хотя один, да меня бесит прямо. Одно действие. Жень. А еще что еще действие есть? Но надо идти на перекресток, чтобы это шмалять. Я двойные карты, да. Он просто тоже хочет есть, мне кажется. Главное, чтобы не было. Два риса! Ну ладно, нет. Два риса это снайперская винтовка. Выбрасывай точно. Выбрасывать или положить в инвентарь? В инвентарь. Да. Вдруг мы найдем еще пистолет. Все, я выхожу отсюда. Раз, два. И у меня еще одно действие. Куда надо идти? Где больше будет зомби? Сюда. Да, я могу уже стрелять. Три. Многовато. Ладно, давайте сюда схожу и буду... А вот они когда подойдут, как раз сможешь стрелять. Да. Итак, у зомби вариантов мало. Зомбоход. Первое. Два толстяка появляются, затем активируются. Натиск. Ну, я буду стрелять в них. Туда коктейльчик бы. Коктейльчик не мало. Зона, один бегун. Вторая зона по часовой. Часовой, один бегун. Кстати, отсюда бегун надо человеку вот этому будет уйти, потому что сейчас... Третья зона. Спасибо. Натиск ходоков. Два ходока, которые сразу сделали шаг к фиолетовому. Это к Денису. Будешь их на кукре надевать. Да накукришь их. Че ты накукрился, Денис? Ну что, Влад? Так, я у нас предлагаю... еще есть выживший. Да, нам нужно... У нас только один человек, заметьте, ходит, ищет выживших, все время ломает пройти. Там двери. Давай я заберу топор и буду ломать двери дальше. Подождите, а мы вскрывали эту дверь? Да, вскрывали. От толстячки я же оттуда. Давай ты зайдешь, возьмешь это, а я потом пройду, дверь ломану. Давай. Чтобы тебе действие... А еще тут бегун, кстати, надо помнить. Ну, он на два. Раз, два... Смотрите, человек, мы случайно... Топор актуальнее, чем... Тут есть фишка со спутниками. Так, они тоже стреляют? Сейчас неписи будут нас стрелять. Неписи с одной жизнью. Если они умирают, они... мы проигрываем. Все как мы любим. А куда мы должны отвезти? Вот это он. Их не надо отвезти, нам надо всех трех найти. То есть третьего нам можно просто рвануть, попытаться найти. Мы теперь точно знаем, что Уставий был там. Угу. Случайного бери. Он будет сидеть тут или он будет за нами? Он ходить? Будет ходить за тобой, Банни Джо сбитый. Ходит за тобой. Так. Ты можешь использовать вот эту синюю способность.
выживший. А, то есть, как бы твой персонаж получает дополнительную способность просто, да? Офигеть. Один рерол на каждое действие. Прикольно. Огонь. Неплохо. А, и один супероружие, рейтинг. Давайте, Влад, да. Посмотрим, что там в красненькой. О-хо-хо-хо! Что? Огнештык! Огнештык! Что это? Это револьвер с ножом. А у него есть, да. Это отсылка к этому. Данте. Как его? Да, кстати, реально похоже, да. Devil May Cry. Но он может и в ближнем бою, и в дальнем атаковать. Блин, я хочу... Я хочу огнештык! Нам нужен коктейль Молотова. Посмотри, да, маленькая. Кстати, вот коктейль Молотова бы сейчас. Маленькая Лу очень хочет огнештык. Маленькая Лу делает шаг сюда, выбивает дверь. Шум. Нашумел. И тащит одну карту. А, блин, а может не делает тогда? Почему? Этот же забежит, гад. Так у него ход-ход, не страшно. Но в любом случае забежит, да, потом. Но главное, чтобы он второй раз не активировался. Ладно, я тогда обыскиваю. Давай. Дробовик. О, вот, пусть бежит, залетает. Да. Залетай, мужик, заходи. Все, мой ход? Да. Ну что ж, я тогда рублю, у меня два кубика на кубке. 4 плюс. А, ну еще и со вторым уроном, кстати. Что то есть за толстячков. Я могу толстячков рубить, только так. 4, 3. Один попал. Одного вырубил. И второй здесь, да. И третий здесь. Да, у него убил. Тебе два опыта, и у тебя есть доп. Движение. Ты, кстати, можешь оттуда уйти. У меня есть доп. Движение? Доп. Движение! Там не, на, туда, не, не надо туда идти, туда, да. Плохая идея. И сюда тоже не стоит, это же здесь стрельба будет. Так, подожди, только та клетка, где стоит. То есть через меня можно стрелять. Я просто хочу пойти сюда. Все, понял. Я хочу пойти сюда, чтобы выломать дверь и зайти сюда. Я стою здесь. Хорошо, оставайся здесь. Ну, как раз в первой редакции ты постоим в любом случае. Вопрос. Я, будучи снайпером, могу использовать эти пистолеты? То есть ограничен ли я... Дальностью? Дальностью. Тоже работает дальность. Просто ты по своим не попадаешь. Окей. Тогда я подхожу к машине. Давай. Чекаю что там. О, давай. Что же там? Много патронов ушло. Вот мачете. Тебе мачете. Мачете. Ну, а вот если бы, кстати, это искал персонаж Дениса, потому что он бы нашел два мачете. Так, и... Да, потому что двуручный. Персонаж Дэнни Трехо, я видел. Да, есть то по-английски с Дэнни Трех, у него свои способности, своя фигурка, а, есть зомби Трех. Зомби Трех, да. Зомби Трех. В двух вариантах, как я понял, обычный. У меня урон 2, я могу уже что-нибудь там предложить, какую-нибудь помощь здесь? Мне кажется, надо пострелять в них. Ну давай постреляем. Хотя бы разок. Что, два куба у тебя? Да, иначе трэш. Голова Дэнни Треха на черепахе, это из какого фильма? Это сериал Breaking Bad. А, точно, там же был Дэнни Трех. Спасибо, обалдеть. Как называется этот сериал, где в конце коробку открывают, а там 2000 серий, но в конце... Три плюс. О май. Посмотри, пожалуйста, приоритет стрельбы. В кого он сначала попадает? А, вы на одной клетке. Сначала толстый. Нет, он снайпер. А, в смысле, снайпер своих. В толстого, наверное. Приоритет стрельбы отдельно. Отдельно? Его здесь нет? А, вот, приоритет целей. Толстяк, ходок 2, толстяк 1. Толстяков логично. А что? Тогда можешь не стрелять туда. Смысла стрелять и не было. То есть мы туда вообще не попадем, пока снайпер. А мы можем чуть-чуть пески времени и как бы отменить этот ход? Ну давайте отменим, да. Я туда из дробовика постреляю. Этих я убью. Тогда не стреляй, тогда не стреляй. Что-нибудь еще. А что есть еще? Может мне сюда пойти, потом в этого такой, парня? Такой два раза бегает, он сразу походит и укусит. Ну, может потом иногда ближе к Денису пойти. Там, ну давайте, да, я пару раз постреляю. А у тебя же три хода, ты же можешь пойти. Я три, вообще, нет, у меня сейчас два использовал, мне последний. Подошел, обыскал. Я подошел, обыскал. Ну да, к Денису идите. Засал, схватил. Давайте, в чем вопрос? Подошел, схватил за руку, получил. Я куда-то отступлю, наверное. Ко мне, иди ко мне. Пошли обыскивать дом. Дай мне кубик, я пошел мочить толстяков. 4 плюс 2 куба. Один. Один толстяк. Я думаю, надо второго мочить. Конечно, не все надо, обязательно надо. Тебе, мне кажется, весь ход надо стрелять, потому что иначе. То есть ты забрал одного. У меня проблема в том, что если у зомби будет топ-ход, меня съедят. Если ко мне... Ну я сейчас стрелять буду. Подожди, опять. А второго ты еще одного убил? А, я еще зомби же одного убил. Не одного справ... или двух? Три, уже одного, три. Одного, одного. Неважно, два урона убивают одного. Уже три. Уже три. Три. Я спокоен. Ну тут кто-то наел себе. Давайте третий выстрел. Ты же убил толстяка. Я думаю, что тогда да, Жене со снайперки подкидывает их. Давай, подки. Ты всего два опыта себе сделал. А ты должен сделать три опыта. Ты убил двух толстяков сейчас же, да? И одного. Да. Прав, прав. Я три плюс не стреляю, да? Я в этом плане полезный человек. Да, ты еще вообще-то медик, там лечить нас обещал. Я могу лечить! Да, на последнем уровне адреналина, да? Так, по одному мне кидать в кубу
А ты снайпер? Он снайпер, да. Он кемперец 2 лет. Ага. Сейчас помеха очередная будет. Классно, снайпер. Реально, сейчас я тебе помогу. Сейчас, подожди. Ну смотри, если... Дай маслом руку натру, сейчас. Если ты убьешь 2, уже нормально. Сейчас, подожди, сейчас. Нормально. Еще одного надо. Один опыт. Жень, еще одного надо. А у меня сколько? А, у меня еще один и есть. Да. То есть, когда попадаешь, адреналин растет. Ты промазываешь такой, эх, не растет. 3+. Попал. О, отлично. Живы. Ну, слава богу. Все. Опыт. Еще экспу. Но ты там нашумел, да, неплохо, кстати? Два. Да, мы сейчас, кстати, давайте... А три шума, три разобьем. Но по шуму-то я выиграю. Но и все равно я ближайший. Да. Кстати, вот... А, и этот ко мне пойдет, он добежит, да? А здесь сколько шума? 3, видимо. 4. Вы выломали дверь топором? И нас... Да, топором. Да. И ничего не стреляешь. 4 шума. То есть мы выберем, куда побежит бегун. К нам пусть бежит. Открываем? Да, первый. Номер один. А, нет, подожди. Ход. А почему мы открываем это? Ход. В конце хода каждого. В конце хода спавнится. Вот это вот, да, это номер один. Два ходака на первое. Два ходака, ну, мы в синий, да? Да. Отлично. Вторая. Лайтовый пока. Натиск ходаков. 3 ходака туда, и они подвигались. Да не страшно, пусть ближе. Вообще не страшно. И последняя зона. Отродье. Ой, наконец-то, наконец-то. Тащите отродье. Мочить пока не кинуть. Где отродье? Где карта отродий? Сейчас, вот, прости. Тасуй. Ну, давайте вот тасуйте. Давайте. Ну, у нас Денис там специалист по отродье. Во-первых, ты их можешь опознать. Для нас не все надо. Хуже не будет там уже, я думаю, чем был в начале. Давай, нулевой пациент, у него способности. Нет, бомж. Бездомный, правильно, да, бомж. Это правильный ответ. Help me, прошу. Бомж хорош. Так. Сюда. О, прямо к нам, как здорово-то, а. Мы его убить-то не можем как раз. Ничем. Пока. Ну, нам нужен либо доп. Урон, либо найти... Бомж. Ты не помогаешь. Он атмосферу создает. Поехали, я режу. Как любой бомж. Создает вокруг атмосферу и микроклимат. Время огнештыка. Я сначала, да, режу вот этого чувака. Да, 4 кубика, 4 плюс. Что? Даже не брал. 4 кубика. Снайперская винтовка. Да ты кинул бы вон туда вообще. То есть, если с этого огнештыка можно убить сразу 4? Ну, если всеми попасть, да. Адреналин. Охренеть. А вот за бегуна тоже один. Да? Да. Все, кроме отроди. Ну, вон экспа, Жень. Экспа. Не, я понимаю, просто все равно их тяжелее же убивать, чем убивать. Давай я попробую тут зарубиться. А, может, ты стреляешь с огнештыка? А что он там? Какие? Там 2 кубика только. Ты же... только. А что у тебя тут есть? Спринт? А, ну да, окей. Ну выходи и руби. Надо бить. Так, 4 куба? Да, давай, да. 4 куба. 4 плюс. 4 куба, 4 плюс. Еще одного. Ну, так. Один опыт. Мой ход, да? Этот да. Мелкий с тобой же ходит, да? Да. А, стоп, у тебя же рероллы есть. Да. Последний это точно есть смысл перемотать. А рерол полный или какой счастливчик? Да один раз все кубики. Все кубики для каждого. Ну давай все перекидаем, потому что один это маловато. Да, давай всех убей, пожалуйста. 4 плюс это 50%. Убей всех, пожалуйста, найди все вещи, выиграй, пожалуйста. 5, Огонь. Еще 2 опыта тебя. Огнина. Мы неплохо справляемся. Чем ты? А, огнештыком, да. Хорошее оружие. Да. Ты все? Да. И, кстати, у меня даже нет за это бесшумный огнештык. Бесшумный огнештык. Огнештык. Тот самый. Ну, здесь только огнештык бесшумный, мы очень шумные. Так, ну, давай, Леш? Ну, что я делаю? Я делаю свой рывок залу. Раз, два. И с... Топора? С топора, наверное, да. Но дробовик топор, как-то дробовик. Не очень хочется в голову получить. Да. С разбега топором. Один кубик. А, с дробовика 2, да. А с дробовика попадешь меня, и мы закончим. Я понял. Может, мне огнештык забрать? Может, тебе вообще там найти что-нибудь? Забирай. А я могу искать в клетке с зомбаком? Я не видел никаких проблем, только убегать им меньше. Слушай, лучше огнештык, мне кажется, все по очереди огнештыком бы должны убивать. Но тогда я больше действий потрачу, и тогда не получится у меня. Конечно, только один раз. Лупи топором, у тебя 2. Так-то я просто вообще сейчас действий не потратил. С рывка. Да, давай, давай. 3 раза можешь топором махнуть. Да, какие махаю раз. Не замахал, махаю 2. Не замахал, махаю. И 3 тройки. 3 в кубе. Не, просто уже не в кубе получается. 6 в кубе было лучше, Леша, я так тебе скажу. Да, не замахал. Денис. Сорян. Беда.
Ну что, я тогда иду на помощь. Ровно с этим и не справлюсь. Правильно, сейчас все будем. Я у тебя бесплатный шаг там, да? Да, бесплатный. У меня доп. Движение бесплатное, да. Теперь я... Накукрил. Голову отрубил. У меня теперь интересный вопрос. Насколько нам хорошо рыться в машине, если мы там, конечно, находим оружие, но оружие у всех есть, а коктейль мы сбросим, если мы его найдем. А это не оружие? Оружие есть на 3 урона? Только с бонусами, только с бонусами. То есть в синий точно... Я иду сюда и ломаю дверь. Она нет смысла вообще никакого. Ну ладно, ломай. Это шум. Нет, у тебя монтировка бесшумная. Отлично. И мы... Зомби спавним, да. Блин, вот это ты сейчас раскрыл. Да я и думаю. Спасибо Денису за наше счастливое детство. Отроди! Наконец-то! Вот это сюда. Ближайший прикольно. Или мы с дальней начинаем? Коп! Почасовой. Начинается. Коп! Ну ты идти не давай. Кто? Коп! Как он это делает? Коп. Так, кто из них? Бомж, коп, а остался кто там? Нулевой пациент, и последнего мы не смотрели. Смотри, обыск. Выживший может обыскивать только зоны внутри зданий, и только если в этих зонах нет зомби. Ага, то есть без зомби. Я думаю, что с тачкой такая стороны... же история была. Я понимаю, давай посмотрим. Что... А здесь что? Что здесь? Да, давайте второго зомби еще поспавним. 4 ходока, которые еще и побежали. Ну да, тут сказано при ее обыске машине, да. Машины, так что обыскивать там нельзя. Беда. Ну это на самом деле такая, насчет того, что он имеет наивысший приоритет цели, то есть всегда стреляет по полицейским, опасно. Жень, ты должен найти там, ты должен пойти... Вопрос, да, я должен идти в обычное помещение, потому что здесь нет смысла. Раз, два, три. Денис, ты все, да, походу? Нет, у меня все, да. А, еще и закрыто, я возвращаюсь назад, получается. А почему ты сейчас Жануар? Нет, сейчас Жануар, да, подожди. Ну, я имею в виду в целом, мне надо туда идти. Я назад буду отходить. А вот сюда не... Ты в кого же? Тоже три, просто здесь выходить. Там у нас чертово отродье, с которым нечего делать вообще. Так. Мне бы какое-нибудь ближнебойное оружие хорошее для девчонки. Чтобы чарджиться и бить? Чарджиться и рубить, да. Типа того же огнештыка. Я вот сейчас могу к ним подойти и их порубить? Вот отсюда можно пострелять, да. Да нет, а могу ли я стрелять в комнату? Да, тоже можешь. Можешь почистить ее тогда, чтобы нам заходить нужно? Но там, блин, второе отродье. Нет, в этом помещении. Нет, он в комнате. Да. Ты можешь стрелять зомбаковно. Либо в тех все равно. Давай я попробую, наверное, вот этих почистить. Потому что тут можешь зайти. Два кула у тебя. Рывок, кстати, здесь пригодится. Раз, два, три, и обратно убежать мимо этого. Ребенку-то вообще супер туда забежать. Ну да. Плохие родители такие, да, давай, сынок, забегай, что там. Ой-ой-ой. 5. Ну кого-то я убить должен. Ну что, у тебя 3+? Одного здесь, да? Так. Опыт не забыть добавить. Да, опыт. У тебя новый уровень. А, это, кстати, блин, все. И подожди, плюс одно действие. Это со следующего хода. А, и мы вышли в желтую, да? Мы вышли в жопу. В желтую, да. Мы вышли в жопу. И шум. Да. Или нет, смысл? Стыкай себе желтую. Да нормально. Доп 10. Ты две можешь взять, смотри. Так. Ну, это бомж с дробовиком, вот это я все от вас слышал. Подвигался сначала в тех. Тихонько. Давай, родимая. 7. Давай, родимая, нормально. Если двоих убью, хотя бы будет профитно, потому что тоже выйду в желтую. Каких тех или тех? Какие мысли? Давай здание зачищать, надо человека вытаскивать. Да, кстати, он сделает шаг, и мы их больше не сможем тронуть. А, да, надо валить тех, кто в здании. Вали их. Как только коп сделает шаг вперед, он будет приоритет. Логично. Отлично, очень хорошо. Вышли на желтую. Супер. Давай, Женя. Так, я нужен коктейль. Раз. Логично же. Ну, да. Раз, через верх. Два, три. И ищешь. Угу. Все, ищу. Раз, два, и две карты. Очень нужен коктейль. Хотелось бы, конечно. Нам бы еще желательно двух отродий свести в одну точку. Свести их. Давай пожить. Давай сейчас я два топора достану и биту. Подарок жениха. Ну, что там? Ну, попью хотя бы. Водичка? У меня бензопила и вода. Бензопилу хочу. Пистолет я скидываю. А он кидается на пол, наверное, тогда, да? Я думаю, что совсем, да, сброс. Не важно, да. Я могу сразу воду? Да, пей, конечно. Супер. Тогда можно и пистолет. Давай, теперь оставь туда. Я положу его тут. Не, он мне не нужен. Не, я думаю, его надо совсем уничтожить. Ну, пистолет в целом не нужен, оружие уже и так полно. Он его достал бензопилу и распилил пистолет просто. Почему? Звучит логично. Все так делают. Ты почти до уровня. Закончился, получается, ход. Да.
Ой, сейчас придут здоровые. Но у них, по-моему, я не видел доп. Активации до сих пор. Сейчас проверим, есть ли. Номер один. Номер один. Натиск ходоков. Появились 6. И двинулись сразу 6 штук. Надо оттуда... 3. Блин, а там все стоят. Они сразу двигаются, как я понимаю. Да. 5. Если сейчас еще придет доп-активация, то хана. Нифига они там забились. Не, ну доп... ну с доп-активацией нас всех съедят просто. Вызывайте полицейского! Полиция не за нас, Жень, на тигре. Второе. Ну и не только. 5 ходоков туда. А потому что мы на желтом уровне. А чё, кто там? Влад с огнештыком, который... Да, кстати, Влад с огнештыком здесь справится. Сейчас приду. Ну, единственный, кто пытается выиграть, по-моему. Вот туда. Давай. Натиск толстяков. Один толстячок сразу сделал ход. А, ну там вообще ноль могло быть. Ну давай, иди. Come to papa, baby. Кстати, толстяка там можно убить без этого. Ну что? Толстяк с бомжом. Смотрите. Влад с толстяком. Или вам помогать? Вопрос. Справитесь втроем или мне вам прийти? Нет, у нас тут четверо, и если ты пойдешь туда, мы просто не успеем. Нас задавят новыми зомбями. Да, имеет смысл на самом деле на этих забить пока четверых и кидаться туда в толпу рубить их. Mm-hmm. А этих свести, типа, и расстрелять там с дробовика, Правда, только трабл, что Влад оттуда уже никуда потом не двинется. Влад-то не двинется, у Влада хотя бы ближний бой, потому что тот, кто начнет здесь придет, стрелять, нам точно придет. В спину застрелят. Раз, два. Зашел? А, ты с ребенком еще ж ходишь, да, точно. Конечно. И ты ее перекидываешь 4 куба, да? Так, дважды бросаю. А, это спринт был. Да, у него 2 атаки еще и с 3 роллами. Дважды бросаю 4 куба. Повторяются. Перебросить все, да. Классно способность. Это от этого отступника. Нам бы тоже мальчиков найти. Сказала маленькая девочка. 4 опыта. Да. Маленькая девочка хочет найти мальчика. Она одинока. Привет. И еще. У меня есть топор. Я могу тебе как будь. У тебя нет топора. Еще два. 6 часов. А ты же еще можешь или один раз заходишь? Нет, смотрите. Он может реролить все, но шансы такие. Там один раз заходит. А, один раз. Каждого действия для каждого действия. Смотрите, это средний шанс. Половина попала, половина нет. Нормально. Ну хотя. Да не, тут до чего мы доиграемся. Подождите, там Леша дальше с ближним боем, и Денис. Хорошо, еще 2 для тебя. Да. И ты... Все нормально. Там сейчас заиграемся. Давай, Лех. Я правильно понимаю, игра Hellboy очень похожа, да, на зомбицы? Я не играл, не по знаю. По сути, сказать. По-моему, да. Слушай, я могу, конечно, подойти огништык и взять у тебя. Начинается. Или по старой... Не, я по старой схеме врываюсь. Я просто помню, как я 3 раза кинул 3 тройки с топора. Ну давай, я делаю атаку туда, то есть я рванул. Бесплатно забежал. Раз, убил. Первый пошел. Не убил. Второй не пошел. И последний. Не убил. Да что за двое? Один опыт. Ну, такое. Надо Леху в желтую выводить. Дайте ему огнештык, это чтобы фармить опыт. Я сейчас воду попробую найти. И сам выпью. А это что, это супероружие? Да, это из красной стопки. Потенциально там... Блин, мне бы сюда, конечно, прорваться. А кого будет бить коп, если придет вот в такую... Мы выбираем вообще, в кого урон пошел. Поэтому пока мы станем толпой, мы можем друг друга по очереди подставлять. Чур не я. То есть, если я пробегу сюда, возьму человека, то он пойдет к вам, потому что у вас здесь тебе, больше, да? Чтобы выйти отсюда, нужно одно доп-действие. Пробежать, по факту, может... Ребенок, то есть... Если ты грохнешь вот это, я могу туда рвануть. Я бью этого человека. Кукри. Лицу. Вот тебе опыт. Накукрил? Накукрил. У меня еще 2... Да, и одно из них может быть еще бесплатное движение. То есть, я могу сюда зайти, взять оружие и выйти? Нет, там нельзя выскивать. Ты можешь выломать дверь! Наспавнить еще зомбей, и нам будет веселей. Но тут тоже оружие есть и это. Ну, нам в любом случае, чтобы выиграть, просто надо открыть жетоны. Поэтому я думаю, что можно и в любом случае ты должен ломать дверь. Что, ломаю дверь тогда? Фигарио. Второе действие. А ломаю ты дверь. Ломаешь? Без шума. Монтировка. Открывай, кто там? Давай. Ближайшая? Ближайшая, да, сразу. Ближайший один бегун. Нормально. Вообще ерунда. Но он походит и укусит, если мы... Ну, сейчас сам толпа убьет. И в дальний натиск толстяков. 2 желтых толстяка, которые сразу сделали один ход вперед. Это очень хорошо, потому что они открыли нам... 2 толстяка. 2 толстяка. Они открыли нам жетон. То есть можно забежать и забрать жетон. Еще там лежит. Еще осталось. Одно. А, у меня еще дополнительное движение. То есть ты можешь зайти и рубануть толстяка. Нет, вот этого. Бегуна. Ну опасно, конечно, но можно. Но опасно. Но он все равно его толстяки не должны убить, потому что у них... Я захожу и рублю. У меня кукри. Ну кукри его. Ну, ладно, Красавец. Опыт.
Так. Работаем, я, честно говоря, с кукри могу и толстяков следующим ходом зарубить всех. Я его зарублю. Ну что, расскажешь? Так, я, наверное, зайду к Денису. Так, ты у нас... Что вечером делаешь вообще? Зайду к Денису. Открываем баночку пива. Я обыскиваю комнату. А ты не хочешь вот эту обыскать здесь? А, да, 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 все верно. Я обыскиваю, да. Давай, хэппи-мил. Где, где, где? Подул, да? Да. Давай. А! Так и называется. Так и называется. Отлично, надо на все деньги надо. Держи ходока. Поместите одного ходока в эту зону, затем сбросите эту карту. А, это такое супероружие? Да. Против кого? Стрельнул так неплохо. В колено практически. Ау! А если у тебя есть одно дополнительное действие, значит ты можешь еще его... Рубанил. А нет, откуда там действие? Вот у меня. А, да, есть. Блин, не убежать. А чем? Мачете. Пистолетами. Почему бы не мачете? Один кубик, два кубика. Пожарный, прикольно. Два кубика. Да, а пистолет шум не самое. Да пофиг. Уже ты какой шум. Мне кажется, в этой игре не нужен шум с нами. Сейчас похорон. Это было помеха. Это помеха. Три. Нет? Нет. Обидно. Окей. Но выстрел-то был все равно, шум был. Стой, ребенок. Не тот ребенок, прости, они все на одно лицо. А что, если выстрел, то он шум, да? Да, кстати, этот шум. Но они идут сюда. Так, пришел сюда, пронырнул между ног просто у него. Да, и забрал. Кого забрал? Сейчас. А, сейчас способности же даст. Да? И у меня еще доп. Действия, кстати. А, доп. Действия. И толку мне от него. Пошуметь? А вот он все уйдут. Можно пошуметь, он придет ко мне. Вот это классно. А я от него пронырну. Да, нормальный план. Вытяните мне кого-нибудь. Всем валить. Да, вот это. Вот это? Да. Многократный обыск. Кто это? Вот, это хорошо. Обыск несколько раз заход. Класс. Так что, мне... Сирота. Подождите, но... У меня появилась девочка. А, ну подождите, я пошумлю, третий жетон... В смысле, у тебя появилась девочка? Я чё тебе? Я вообще ничего не значу здесь. Я всю игру к тебе иду. Ты бегал за зомби, не за мной. Идёт ваше имя, выяснили. Шум, шум. Да, я думаю, это шум, и как раз здесь будет три шума с фигурками. Да, да. И у вас и мы шума. Сами выбираем, да, куда да, он идёт? И пусть он идет туда. Окей. И пусть весь мир подождет. Так. Женя, давай время. Вопрос, раз... второй персонаж сможет проскочить или нет? Он да, вместе да, со мной да. всегда перемещается. Все, за ручку ведет. Так, ну я продолжаю поиски. Давай две, да. Может тебе выйти, ну ладно. Я хочу искать, я в этой игре собираю просто говно. Лучший из лучших в этом деле. Катана и коктейль молота, наконец-то. Так, а катана что дает? Что лучше, бензопила или катана? Может, фонарик тебе уже не нужен? Это бесконечно. Отдай фонарик. Это вечный спор, что лучше, бензопила или катана? Кубиком она стоит, по-моему. Все, выкидывай. В смысле? Что, почему катана хуже? Там просто девочка с катаной не получила катану, не получила мальчика. Все, я тогда могу выходить. Выхожу сюда, а тут привет. Поворачиваюсь, сузи начинаю. Сузи же логичнее. Да, логично. Три куба тебе? Три куба. Ничего не на 5 плюс. Три куба. Вот тебе шум и ни разу не попал, да? В смысле? 4. 5 плюс, это УЗИ. УЗИ сейчас слабенькое оказалось. Что-то как-то... А я могу еще стрелять? Да, у тебя... Не, нормально, у него бесплатный обыск. Бесплатно обыскал, можешь еще... Я могу на твоем месте бежал, а вдруг будет доп-ход. Да, лучше бежать. То есть, а сейчас... Ну, раз куда выбежал? А, да? Нет, подождите, они подойдут, и сюда надо кидать коктейль молотом. Да, тогда обратно иди. Это можно поискать. В комнату, Можно нет, поискать, не потом. Можешь, потом. То есть, вы понимаете, как это выглядело? А как же? Он нашел катану, выкинул ее, выбежал на улицу, пострелял просто так из УЗИ и забежал обратно. Опять начал искать. Боевик категории С, по-моему, типичный, в принципе. Болливуд отдыхает. Все, наш ход закончился. А проблема... В том, что зомби-то пойдут сюда, да. А Жене надо кидать сюда коктейль. Ну, он пойдет вот так. Да. Ну ладно. Но я выжил, за хотя зомби. Бы это главное. За зомби. Да, да, да. Погнали. Номер один. А, не-не-не-не-не-не-не. Да, давай, начали. Укусили Ануара. Один. Я тебя полечу. Укусили, полечися. Конечно. Здорово. Толстяки сюда. Кстати, это привет, да. Сюда. Это по-любому сюда. Просто как дела? Ну, я разберусь. Я, в смысле, я убегу. Два бегуна на единичку. Два бегуна на единичку. Вопрос, а вот эти потом куда прибыть? Туда идут? А тут от шума будет зависеть. Зашумите там, пожалуйста. Блин, ближайший ты все равно, если ты не уйдешь. Окей. Тебе, тебе. Ну ты уйдешь. Блин, я просто хотел, если бы они прошли, я выше. На двоечку что? На двоечку два ходока.
Что? Изи. Изи. Серьезно. И вот туда отродье. А, это то, которое на синем было бы с нулем, да? Да. Жень, ну смотри, остался третий раз. Третий раз попадешь. Ну, звание, то я же не помню. Нулевой пациент и неизвестный. Ну вот сейчас неизвестно, интересно было бы выйти. Инкогнито, да? Мне интересно, кто это. Кто? Дикарь. Эффект коктейля Молотова в зоне с отродьем дикарем убивает только его, не задевая при этом других действующих. Остальные игровые эффекты при этом игнорируются. Нам вообще осталось один жетон. Нам его найти. Мы его просто находим и выигрываем автомат, да? Да. Только найти. Да. И мне кажется, Денис может то бесплатное движение плюс 2, он может зайти, но не может. А Ануар не может зайти? Ануар может. А откуда у меня бесплатно? А, да, Ануар может. Движение. Так ему тоже надо будет от зомби потом идти. Так нет, Ануар... Я зашел, прошел, все. Игра-то легкая. То есть, да, от Ануара мы выиграли. Ну давайте доходим до Ануара. Давайте кого-нибудь попробуем. Вообще, конечно, открытый финал получится, потому что мы нашли людей, но кругом зомби. Кстати, да, надо было кого-то свалить, вот до машины дойти. Надо купить DLS и вторую часть. Ты туда заехал с огнештыком. А давайте сделаем сейчас правило, что нам нужно вывести всех. По логике до машины надо дойти. Да, давайте до машины это очень легко. Хорошо, давайте идем до машины. Мы с трудом туда, конечно, набьемся. Огнештык еще на 2 бьет. Да, я и говорю, это вообще имба. Ты Сузибу попробовал. На 3 кидывать, да. Еще и перебрасывай, ты Сузи попробовал. Попробуй то же самое сделать с Сузи. О, хорошо, 3. 2 опыт. Можно мне опыт? Пожалуйста. Надо было воду пить и рис есть. Да нет, риса, воды. Ничего нет. Первое, второе действие. Так. Ну что, я могу дальше идти? Ну смотри, ты можешь с бегунами разобраться. А зачем? Иди, открывай их. Не, ну это уже... А. С другой стороны. Давайте по хардкору. Что? Один человек, один выживший. Давайте тогда по хардкору. Все. Один спутник. Тогда я поищу. Давай. Рис? Вода? Ты у нас сейчас самый сильный. Мне нужно выходить. Нашел так нашел. Нашел ходока. Молодец. Хорошо, нашел. Все. А, это был твой последний ход. Здравствуйте. Я девочка. А вы просчитали, да, появились все новые? Да, да, да. Я просто не видел, увлечений как-то мало. Вот эти? Ты только что тянул. Не, ну это слабо. Я обычно вот масло, мне прикалывают, когда масло помогает. Вот это было как-то слабо. Девочка Лу залетает туда, к ходоку. А, к бегункам хочешь? А, не, ну пожалуйста, пожалуйста. Не, давай к бегункам, нормально. Залетает к бегункам. Просто если ты ни одного не убьешь, они тебя убьют. Я стою там на месте. Мне не надо забегать, я есть дробашавник, как говорится. Хорошо. А дробаш лучше, чем топор, да, логично. Давай. Да. А потом чаржничать. 4 плюс 1 убил. Да? Опыт. Фу, ты так хотел. Второго пытаюсь, тоже с дробашем. Но он не убьет, да, если сейчас добежишь? Ну, у тебя еще один ход. Третий. Но он не убьет. Я предлагаю. Подожди, подожди, ты можешь теперь сюда? Могу. Так и делаю. Классно, я там останусь. Стоп, я могу к тебе туда. А нафига ко мне туда? Мы оттуда уходим. Нам там ничего интересного не надо. Ладно. Этот шум пропал. Ты здесь босс. Подожди, а здесь, кстати, нашумлено. Здесь правильно? Я нашумел на 3. Нашумел на... Кто нашумел на 3? Ну, Денис. Мой ход. Вы вообще бесполезны в этой партии. Да ладно, ты только что бесплатно. Тут есть кому его убить, мне кажется. Давай у меня дополнительное движение. Подожди, а кто здесь? Ануар? Ануар в любом случае будет проходить оттуда, ему выйти из этого помещения. Да, 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 да. Догаси его, Дэн. Догаси его? Окей, давай. Зачем платить тебе? 2 кубика. Мне кажется, там у нас кубометчики сидят. Я могу Ануара полечить еще. Да, да, слыхали мы эту историю. Убил. Убил. Ты на желтую-то доехал? Нет, еще. Пока шестерочка. Так, у меня одно бесплатное движение. Второе мое движение. Да, я достаю любого же, правильно? Случайно. Случайно. Ну, Джош, что он делает? Проныра. Выживший игнорирует зомби перед передвижением и тратит дополнительный лес на то, чтобы передвинуться из зомби. А, ну это как ребенок, только не ребенок. Угу. Ну, то есть теперь ты ребенок тоже. Да, в душе. Да. У нас 2 ребенка и 1 не ребенок, как ребенок. Интересные. Раз. Бесплатное, 2. И у меня еще 3 есть, правильно? Только ты зеленого двигаешь. А зеленый это не ты. Это я. Ой. Я не против ходить еще. Так, ну чего? Идем сюда. Бесплатным шагом, в смысле? Третьим своим. Ну да, да. Убил бесплатный шаг. 2-3. Ход обыскать. Нет, это было обыскать. Извините, виноват. Все, не нормально. Нуар, тащи его. А, где? Мачете? Нет, спекли. Нет, лучше. А, ну. 2. Здесь 3 плюс, здесь 3 плюс. Они абсолютно одинаковые. А, нет, тут... Да, да, здесь 2 куба. Держи. Убедил. Так. Все зомби мертвы. Без помех, пожалуйста. 4. Убил. Все зомби мертвы. Все один. Опыт. Все один. Да, плюс 1. Опыт.
Simple Dimple. Так, еще два хода у меня есть. Да. У тебя три, потому что у тебя доп. Действия. О, май, тогда я могу свалить. Нет, что там дверь вообще закрыта, ее выбить бы. А мне не не надо ее выбивать. Не надо. Да. А, ну тогда нет, почему? Надо... Здесь-то два зомби. Ты можешь забрать у Дениса монтировку. Шум положить ее, он стрелял уже. Да. Нет, тогда полечиться уж лучше как-то. Но да это в следующем. Нечем. Да. Я догоню и полечу. Ты как лечишь? Денис, у тебя же обилка там на красный. Ты еще не открылся. Она же тебя наказывает. А уже обещал полечить. Он всю партию обещает полечить. Ребят, я еще ничего не умею. Ну, слушай, если у нас последний, как бы... Нам надо дойти до машины. Это машина. Может быть, не стоит пойти? Надо детей всех привести до машины. Ну, всех с этих, дополнительно. А давайте все должны сесть в машину. В ней 4 места не уедут. Детей в багажник. Детей, женщин в багажник. Стойте, давайте я обыщу комнату, в которой нахожусь. Неплохо. Это можно. Там зомби поспавнится. Фонарик. О, неплохо, ладно. Будешь дальше искать. Возьмите две карты, можете использовать друг друга. С фонариком вы можете искать дальше. И два еще, давай, получается, да? Не, это потом. Это следующий итог. Еще один ход у меня есть. Два. Все еще два. Все еще два. Но в ту комнату все равно заходи. Ну, сюда, наверное. Давай. Раз. А что сейчас на тебя на пистолет? Пострелял? Один или два? Один. Один. Плохо. И еще одно действие. Но я бы не ходил туда. Это может мне с ним поменяться на что-то, нет? Никто не хочет ничего. Дробовик хочешь? Хочешь мачет? Хочу, конечно. Да. Держи дробовик. Это счастливые люди. О, да! Пронырнули. Мачете у девочки. Пронырнули. Давайте. Ну, давай. Доставай этого отродья там. А может быть? Нифига себе! Армейская снайперская винтовка. Ребенок с армейской снайперской винтовкой. А что это дает? Смотрите, она как дробовик, только нельзя в своей клетке. Из своей клетки я все равно ухожу. Мне кажется, это надо сделать вот так. А бита тебе не нужна? А, у меня плюс один кубик на нее, я могу три кубика просто и кидать. Если много мелких будет, хорош. Я там это как хорош. Бензопилой битый. Врум-врум. Хорош. Что я рассказываю? Так, у меня есть многократный обыск, я, собственно, предлагаю это и сделать. А может ты... А, ну, типа, я могу к вам прийти. У меня два действия. Хотите? Но мы потом гурьбой все... ну этот прибежит сюда, нам надо как-то вот... А ты не выйдешь уже из помещения, если он прибежит туда. Не, я ребенок. Да-да-да. Я думаю, что просто, смотри, сейчас Женя может встать вот сюда, эти пойдут на шум, потому что его там дофигища. А он им в спину потом подойдет. А они нас типа по зонам видимости не видят, да? Никого из нас, и они идут на шум, потому что здесь больше всего шума. А если Женя встанет сюда, они к нему пойдут, да? Нет, тогда они будут видеть всех. Если они сюда придут, они и вас видят же, и меня. Не-не-не, смотри, какая история. Ты можешь обыскать и спрятаться ты тут. Ты можешь обыскать и выйти сюда, тогда эти сделают шаг один к тебе. Ах, да, еще мы, да? И да, ты давайте. Коктейль. Давайте. А я? А тут. Ты тогда давай. А почему они пойдут к нему, если здесь шум? Потому что они не видят. Они не видят, а видят если они же. Если встанет на улице, он такой. Им плевать на шум, им визуальный контакт важен. Они очень такие эмпатичные. Сначала надо поискать Жень. Ты сам классика, я не выкидывал фонарик для этого. Пожалуйста, две карты. Давай. Можно. Да. Воду! Сходу. Может, тебе рис? Воду или рис? Он угадывает карты, выбирает, там уже пометился. Да, монтировка и обрез. Монтировка неплохо, двери выламывать, пора бы уже начать под конец игры. Мне кажется, УЗИ надо выкинуть. Все-таки обрез хуже, лучше. Но УЗИ вообще-то такое. УЗИ что-то очень сказал. У обреза есть какая-то перезарядка. Что такое перезарядка? Что такое перезарядка? Вероятно, она стреляет только раз в ход. Но у меня снайперка еще. Что-то как. Зачем? Здесь почему-то не написано ключевое слово, вот здесь. Это умение. Так, ключевые слова. Мне кажется, это в умениях у тебя будет там же, где лучше список. Там еще другие патроны. А по главлению нельзя посмотреть П-перезарядка? Да вот, в том-то и дело. П-перезарядка. Видел, что тут 5 кубиков бинта? П-перезарядка. А, вот, перезарядка, да. Страница 29. Она все равно только двоих бахает? Почему двоих? Или... Нет, взяла. Ну, сколько попал? Да. Смотри, если ты хочешь из оружия с перезарядкой стрелять несколько раз за раунд, ты между выстрелами надо тратишь действие. Тратить. То есть обрез это еще и плохо. Если, УЗИ верните! Если, нет, смотри, один раз из обреза норм. Если больше одного раза... А, нормально, обрез, у меня снайперка есть. Снайперка, обрез. Да, так. Бензопила, ну что, два действия? Бежать? Выманивать? Раз, два. Женя, героически. Героически обыскал комнату и не нашел ничего. Так, нам надо сейчас решать. Тут вроде все понятно, да? Да, этот прибежит сюда. И этот прибежит сюда, этот прибежит сюда. Эти видят только Женю. Да.
вот эти идут вперед. Эти идут на шум, по идее. На шум. Ну, то есть сюда. И эти, здесь шума нет. Шума нет. Эти все шумы ушли. Давайте с новых. Погнали. Номер один. Натиск толстяков. Две штуки сделали шаг. Ну, это там, я думаю, мы там разберем. Самый гништык всех поруды. Гништыку надо вот этого придется еще поруды. Да, не там. Хотя, ну, хотя с четырех кубиков ты с ним там накрошишь. Правая. Один бегун. Все? Изи вообще, да. Изи. И там пять ходоков. Ну вот это хоть на что-то похож. Экспа, ребята, экспа. Дайте мне. И мы что-то только до желтой пока дошли. Я и даже не до желтой не дошел. Да, да, ты просто всем рассказывал, что надо равномерно качаться в прошлой партии. Так, я стою здесь, нужно сначала бить с ним. Да, 4 куба тебе. Ну это смешно. Ну там на толстяков было. Ой. А, нормально. Опыт. Опыт тебе. Так, раз действие, два действия. А ты можешь даже не уходить, ты можешь отсюда пострелять толстяков. Не, я хочу ножом. Да, мы ножа просто это... Ножом. Нож, выбор профессионалов. Так, осторожнее, у него нож. Ну, все понятно. Вообще убил. Так, это... Опыт вообще. Второе действие было, да? Да, еще третье. Ну, что, человек докрасывал. Ты можешь пострелять. Подожди, он же вышел. А зачем заходить? Потому что я рванусь к нему, возьму у него огнештык, и огнештыком там всех забью. Да мы вообще можем выиграть, по идее? У тебя же... А, ты еще не в желтый, да? Если ты зайдешь... А, у тебя доп движение. Смотри, если ты зайдешь к этим гадам... Мы опять выиграли. Да я понимаю, что мы выиграли. Я к тому, что если ты зайдешь туда, я делаю рывок. Бесплатно. Да. Беру у тебя огнештык. Давай. И рублю. Торговлю можно делать с зомбями? Ты посмотрел? С зомбями. Торговля. Ребят, что там есть по мясу? Рис и вода. Рис и вода. Может быть, все это время это было у них. Белки и углеводы. Мы на самом деле доведем же сейчас всех. Да. То есть Влад заходит, я захожу, и Денис заходит с бесплатным. Опять же, по лору странно, что мы зайдем в толпу зомбей. Так и мы уедем на машине. И они не в машине, а рядом с ней стоят, наверное. Ну, по логике. Чего они селят в полицейскую машину? Давайте выберем попроще уровень сложности прошлого, мы проиграли. Началось. По идее, конечно, хочется расчистить сначала. Ну давайте, да, заходите. Нет, не вижу никаких ограничений. Отлично, меняться местами. Вот это перекидывать. Пойдешь? Да, да, я пока прогрею машину. Так, маленькая девочка Лу делает рывок до тачки, хватает на ходу огништык, кидает тебе мачете, давай, подержи. И с четырех кубов рубит раз. Два. Ну, двоих, нормально. И рубит два. Ну, мы все понимаем, что... Желтая зона! Просто, да, только за опытом шел. А ништык все завершил. А ништык... Ты не перебрасываешь. Ты не перебрасываешь. Еще опыт. Один опыт. Восемь. Огништык делает... Его надо нерфить, ну серьезно, это странно. Надо нерфить огништык. Ну, его еще пойди найди. Наши тесты показали, что огништык надо нерфить. Да, да. Уважаемые Колминьоно, мы поиграли в игру «Зомбицы». Два раза. Издание «Два раза». И сделали выводы, что огништык стоит понерфить. Пожалуйста, выпустите Эрату. Спасибо. Мы продолжаем. Два года ждали, что понерфит огништык. Денис. Что такое Эрата? Так. Что это? Эрата — это исправление в правилах. А, окей. Или на картах. Ну, или на картах, да. Ну что ж. Бежать. Раз, бесплатное движение. Платное движение. Ты выехал на платную трассу. Два. Ну и получается... Три? Три. Мы в машине с ребенком. Ребенка в машину сажаем, мы не в машине. Наклеечка есть? Кто победил от машины? Так, я тогда иду в машину. Ну, началось. Так, когда я взял всех по плечу, ребят, когда-нибудь... Да-да-да, мы... У меня еще есть два действия, может, я постреляю оттуда? А ребенок... Давай, да, там как раз... Давай с дробовика. Гаси. Подожди, а ты в своих не пойдешь? С дробовика. Снайпер, снайпер. Снайпер с дробовиком, друзья. Я снайпер, я снайпер. А подожди, а за почему дробовик же с четверки попадает, а не с тройки? То они же лучше, чем дробовик. Да-да-да. Злые близнецы, все хорошо. Ну, просто охота, не знаю... Как я в кино, в конце, чтобы была экшн-сцена. Ты можешь стрелять в отродье бесполезно. Минус 2. У тебя еще действие. Топор, о, пора обыскивать полицейскую. Да. Я получил вот две штуки. Фигурки клевые. Когда я обыскиваю. Фигурки? Время обыскивать полицейскую машину с фонариком на две. Не-не-не, красный. Синий. Да. Огништык. Синий, но до оружия. Много пуль выкинули. Он такой, пули. Раз оружие и второй раз. Фонарик. А, фонариком. А так же тоже так работает? Любые обыски. Коктейль Молотова сгорел. Вода сгорела. Блин.
Вода сгорела! О! Вода горит! Что происходит в этой игре? Это зомби-апокалипсис, Денис. Вода горит. Что, лисички делать, взяли, да? Спички. Да. Воду синюю сожгли. Прибежал. Ты этих грохнешь, правильно? Придешь к нам. И мы просто заведем в закат. Ну хорошо, тогда с дробаша первый выстрел. Снайперская винтовка, чё? Ну это реально уже похоже на кульминационную сцену в фильме. Да. Мы да, стоим на крыше, а между нами зомби, нами зомби. На крыше полицейской машины отстреливаемся от них. Вот это странно, что они так не делают. Со снайперской винтовки сюда на 3 плюс 2 куба. Флексить, флексить. Просто вот снайперки, класс. И... тех или этого? У него 2. Бегуна руби. Бегуна, да. Ребенок со снайперской винтовкой. Да, 3 плюс. Ну, меня с отдачи просто должно уносить. И надо ловить идти. Нет, просто на самом деле там два ребенка сзади держат, пока ты стреляешь. Вопрос, мне надо в ячейку поставить. Нет, здесь просто написано, сбросьте из ячейки руки. Значит, мне вместо обреза это действие будет стоить, да, или нет? Блин, а им еще и можно... А, это просто его параметры. Да, упорядочил инвентарь. Тогда он не добежал до нас. Нет, тогда почему? Мы еще ход можем обойти. Нет, почему? Я скидываю, они сгорают. А это за действие, нет? Там же не написано, что за действие. Не за действие, нет. Нет, тогда доходит. О, отлично. Все, и я наконец-то опыта получил. И обыск 2-6 в машине. У тебя же фонарик. Давай, собирай все. Кстати, да, тоже двойной обыск. Патроны сгорели, коктейль сгорел. Обрез. Да, кстати, не так мало коктейлей. Обрез. Два обреза. Ты можешь в две руки взять обреза. У меня уже один есть, оказывается. 3 обреза в зубах. Ты можешь ими банчить уже. Вместо бензопилы. Давай, откроешь бизнес, когда сбежишь. Чем ты будешь заниматься, когда бежим из города зомби? Будешь давать обрез на ходу машины. Коктейль из зловещих мертвецов с бензопилой и с обрезом. Вот так. Женя, просто вообще непростительно сбросить бензопилу. Не, ну что, вот 3 обреза. Мы выиграли! Ооо, ну ничего себе! Да еще и так эффектно с коктейлем Молотова в конце. И все докачались до 2 уровня, да? До желтого. Да. Нет! Выбрасываю его из машины! Пошел вон! Я когда-нибудь вас вылечу, когда вернусь вот до сюда. Да, ты можешь бежать за машиной. Ой, хорошо. Это да. Фотка с диваном, вот она, Денис. Это гэнгбэнг какой-то уже. Фотка с диваном. Ну, неплохо. Да, слушай, вот так странно, что в правилах все-таки нет вот такого прикола, что доберитесь до финальной точки, когда... Я очень всех... удивился, я 5 раз перечитал описание миссии, просто найти жетоны, да, выжить. Напишите пару строчек и дойти до машины. Смотри. Надо выпускать эту ротонду, как ты сказал. Ротонду! Выпускайте ротонду. И Кракена, пожалуйста. Я не нашел золотой куб. Ух, господи. Не нашел Санты. Ну ты сейчас спойлеришь, что там еще есть. Нет, там интересно, когда ты не знаешь. Да, это прикольно, кстати. Да. Ну что, какие впечатления у кого? Ну ты весело? Очень весело. Весело, ну, забавно, да. Второе издание стало веселее. Первое. Скажу честно, что первая партия показалась веселее, когда хуже-хуже, оно гораздо интереснее. Здесь как-то на расслабоне уже пошли. Мне кажется, миссия легко, просто, да, не средней сложности, а очень легкая. Во-первых, всего 4 квадрата. Да? То есть она вообще крошечная карта получилась. Но, с другой стороны, по идее, наоборот, крошечная карта должна проблемы наводить, типа, потому что их, да, больше. Мне кажется, здесь повезло, что вначале выпадали постоянно, что они не появляются. Да мы просто... Не появляются, и только потом они пошли. Ну да, вот тут у нас было вообще пустое здание, да, в котором ничего не было, мы там пообрызгивали. Кстати, друзья, вы же получали 5 очков адреналина, когда... Да. Спасали. Нет. А, нет. Да, еще вот так. Прокачался, все, опять же, у всех все артефакты. Вернулись обратно сейчас, вот, все, взяли, поехали. Нет, он нас может полечить. Нет, он до красной надо дойти, да, чтобы полечить? Да, до красной. До самой красной. До самой красной, 43. То есть никогда, да. Не знаю, я бы с удовольствием поиграл с доп-режимами, а-ля, когда там зомби больше, когда можно качаться до конца, потом скручивать и любые из книжки правил способности получать, там супер-режимы же есть. Правила свои придумывать. И мы уже решили, что огнештык надо порезать. Да, а скажите, чем отличие с первого издания зомбицида? Чем она стала веселее? А, смотри, она гораздо проще собирается. Ну, то есть там прямо на карте у тебя отмечено, что куда положить. А до этого не было. Не было. Там было дольше, да. Там сильно дольше было поставить карту. Вот я когда ставил, там 2 минуты у меня ушло, в принципе. Я еще так лениво клал жетончики. Вот. А появились зоны темноты, мы с ними особо не взаимодействовали. Вот, кстати, мы забыли. Когда стреляешь в темные зоны, попадание с шестерок.
во-первых, с дальнего оружия. Круто, круто. То есть там можно зомби пытаться выманить на свет, чтобы стрелять. Ну, вот это прикольная логика. Шума, по-моему, не было. Шум был. Шум был в первой версии. Шум был. Па-па-па-па-пам. Попадание по своим стало лучше. Попадание по своим стало чуть лучше. Не так часто ты в спину кому-то жариваешь. Мы, кстати, ни разу за партию этого не сделали. Да. Что там еще есть, Леш? Напомни. Минимальная точность всегда 2+. То есть раньше была 1+, походу. Была пушка, которая всегда попадает. Да. Ну, это странно. Ну, для Меритраша нужно, мне кажется, чтобы у тебя в любой момент случайно все пошло не так. Да, и раньше снайперская винтовка и коктейль Молотова собирались, крафтились, надо было и спрятаться, собирать. Здесь это неплохо, единая карта, больше не надо собирать. Так это же интересно. Ну, видимо, усложняло процесс. Сложнее найти. Ну да. Сколько мы бы искали? Нашли бы несколько тряпок и чего-то. Нет, сама идея тут коктейль найти тоже, но не самая простая. Да, их, да, несмотря на то, что их три, а да. Есть еще коктейль, я думаю, синий мы можем посмотреть. Один сгорел у нас, один я кинул. Два сгорело, да. Еще один вижу. Четыре коктейля. То есть четыре точно есть. И может быть. Ну, я отроди где-то четыре, да, в колоде. Ну, то есть нормально. Нет, тоже шансы такие. Ну да. Мне понравилось то, что отродье это прям проблема. Вот он босс, тебе нужен либо бонусный или урон, валить. Либо валить, да, бегать его. Очень прикольно выманивать кого-то шумом. Так, а оружие-то на 3+, хоть какое-то красное нет, было? Нет, красное может быть было. Но это ты у нас знаешь все спойлеры, ты можешь сказать нам есть или нет. Есть или нет сказать, и не буду спойлерить. А что за оружие на 3+? А, чтобы отродье убивать. Оружие на 3+ нет. То есть никакого оружия. Единственный шанс убить либо коктейль, его, да. Либо бонус. То есть если супероружие, то оно только 4+. Окей. Но мне кажется, у кого-то из персонажей 100 пудов должно быть. А нет, так есть плюс урон. Плюс урон. Урон. Нет, имеется в виду, что нет оружия силы 3. Да. Никакого. То есть ты не завалишь вот этого с оружием. Тебе надо или коктейль, или способность. Я чуть не вижу ни у кого бонус урона. Я тоже не вижу. Плюс один движение. Вот, плюс один доп. Бой на дистанции. А нет, это стрелять лишний раз. Стрелять можешь, это а не урой. То есть от него надо сваливать, получается, всегда. Вот, ну, плюс да, один урон на дистанции есть. Это только у одного персонажа, да? Да. Да. То есть только он может убить... И отродье. Только с дальнего боя? Ну, опять же, это было бы не весело, если бы у каждого был бы... Да, да, конечно, да, здесь прикол в том, что надо валить. Оно тебя гоняет, да, пока ты не найдешь коктейль. И тебя еще выводят на других, там, зомби, например, идут, это интересно. Двери надо выбивать, как килим. Еще зомби приманивают. Там есть где-то умение у кого-то открывается. Каждый раз, когда выживший бросает коктейль Молотова, он кидает кубик на 4+, сохраняет бутылку. Как это должно выглядеть в жизни, простите? Интересно. Он как собаки делает бросок, потом нет, он все это время был за спиной. Но тот загорелся, потому что зомби тупые, он повелся. Горит и умирает. Ну что, перерывчик и желающий на Cosmic Encounter. Cosmic Encounter? Космический контакт. Как откажешься от этого? В смысле, вышел наконец-то? В смысле? Денис Тираж кончился полгода назад. Он вышел и кончился. Я все пропустил. Это та самая лучшая игра на свете. Да. Я обязан поиграть.